Я неистовствовал. Изгнанный с авеню обсерватуар с небольшим выходным пособием, я поначалу поселился в подозрительных номерах на улице Голланд. И так как каникулы кончались, я немедленно записался на новый учебный год. Оставшись в скором времени без гроша, я пустился на поиски работы. Мое единственное удостоверение личности, я, ниже подписавшаяся Габриэль Пом, удостоверяю, что мсье Жан Ризо работал у меня в качестве лакея с 6 мая по 26 октября 1934 года, оказалось скорее опасным, чем полезным. Долго ли позвонить по телефону? Передо мной постепенно закрылись двери трех контор по найму, не считая студенческой взаимопомощи. Я не стал настаивать и набросился на маленькие объявления в газетах. Требуются мужчины без специальных знаний, хорошо воспитанные и так далее и тому подобное. Известно, что это означает. Нужны годные на все и ни на что не годные. Вот главный инспектор принимает вас в конторе 9 округа, подальше от главного здания, где помещается администрация. Для него важно использовать человека, то есть эксплуатировать его, выжать из него все соки. А вам вменяется в обязанность застраховать вашу родню и ваших знакомых, всех, кто пойдет на ваши уговоры скорее, чем на уговоры какого-нибудь незнакомца. Поскольку я не имел ни связи, ни родственников, которых можно щедро снабжать страховыми полисами, меня немедленно выставили за дверь, как только обозначилась падающая кривая, отразившая низкий уровень моей производительности. Есть еще пылесосы, стиральные машины, чистка ковров. Такая-то фирма предлагает будущим своим продавцам пройти недельную оплачиваемую стажировку. Каждый бросается туда, сломя голову. Понятно, берут только на эти 7 дней. Улица Реамёв шепчет в кружке годных на все руки. В конце концов, все перезнакомились и стараются подсунуть другому, что похуже, ибо конкуренция свирепствует внизу еще яростнее, чем наверху. Фотографии на улице Реамёв ищет агентов. Мчусь туда со всех ног. Хотя заранее знаю, что речь идет об уже изжившем себя деле, период расцвета которого пришелся на 1930 год, когда фирмы буквально наводнили деревню увеличенными раскрашенными фотографиями в светлых позолоченных рамках. В течение недели мы пытались всучить хоть одну такую фотографию недоверчивым жителям предместий, у которых уже побывали представители 10 конкурирующих с нами фирм. В конце концов, мы опустимся до того, что будем ходить от двери к двери, предлагая всевозможные предметы гигиены, продавая запасы вин, запасы из подвалов ловких рыцарей наживы, парижские предметы роскоши с ярлыком «Made in Germany», сделанный в Германии. Будем уличными торговцами, будем шагать по бульварам, советуя встречным спешно наведаться к мадам Сфенжес, ученой-ясновидящей, чей адрес, намалеванный алыми буквами, торчит на метр выше наших плеч. С 4 часов утра будем на центральном рынке рысцой развозить тележки, груженные плетеными корзинками с цветной капустой, будем рикшами для прожорливых белолицых братьев. Скажем короче, в течение почти 2 лет я буду искать это неуловимое что угодно, которым занимается бесчисленное количество кого угодно. Подобно многим и многим, я буду жить одержимой мыслью о сотне франков, цена за мои 30 квадратных метров с клопиными обоями, и даже о 5 франках, необходимых для покупки розового талона «Обед без мяса» в «Famille Nouvelle». Великолепное противоядие против тщеславия. Тут нечем хвастаться и не на что сетовать. Благодаря мадам Ризо мы были хорошо натренированы, мы умели обходиться без каминов, без вина, без приличного обеда, без теплых одеял, без новых ботинок, без чистого белья и прочей ерунды. Я говорю «мы», ибо я был не один. 10 тысяч моих товарищей жили на положении бродяг.
Как раз в ту пору министр почт и телеграфа великодушно разрешил нанимать на работу без предварительных испытаний преподавателей философии и лицензиатов филологических наук в качестве сортировщиков почты, считая, что такая квалификация незаменима для этой работы. Тем временем я продолжал учиться, просиживал бессонные ночи над дорогостоящими учебниками, решив, в конце концов, получить диплом, хотя нашими дипломами были усеяны улицы, как засаленными листками, с той лишь разницей, что в них не заворачивали пирожки. Вам следовало бы добиться стипендии или постараться попасть в университетское общежитие, посоветовал мне один из профессоров. Я поддержу ваше ходатайство. Но я не слишком стремился к стипендии и общежитию. Я учился, но я не был студентом. Кроме того, у меня не было разрешения родителей. Я все еще не достиг совершеннолетия. Впрочем, их разрешение только помешало бы мне. Расследование установило бы, что мои родители платежеспособны. Мое происхождение оборачивалось против меня. Я не был бедняком. Я был обездоленным, чтобы не сказать деклассированным. Никто не беспокоится о беспокоенных людях. Временами и обо мне тоже беспокоились. Полиция регулярно наводила справки у хозяина гостиницы. Но он, на мое счастье, всего навидался на своем веку и только время от времени шептал мне на ухо: «Сегодня опять приходили». В квартале было немало юбок, и порой они проявляли интерес к моей юности. Не будем никого называть, кроме последней по времени Антуанетты. Я вовсе не отрицаю той истины, что подобно тому, как, переменив 20 профессий, впадаешь в нищету, так и, пережив 20 любовных приключений, впадаешь в одиночество. Но не забудем и мою соседку по гостинице, Полли, подружку. Подружку в случае нужды и по постели, но только в случае необходимости. Подруга в кавычках, которая была и осталась другом без кавычек. Холодная муза, что и неудивительно со стороны девушки, носившей то же самое полярное имя, что и моя мать. Поль созвучно слову «полюс». Однако полюс южный, в то время как моя мать полюс северный, вечно выводящий из строя мой компас. Мадам Леконидек, по удостоверению личности, где указаны глаза черные, волосы черные, лицо круглое, нос прямой, цвет кожи смуглый, отец — капитан дальнего плавания, мать — метиска из Бразилии. Добавлю, в прошлом студентка медицинского факультета, не окончившая курс из-за каких-то любовных историй и за неимением лучшего, добившаяся со временем диплома медицинской сестры. Сегодня Поль Леконидек, которая служит в частной клинике и работает круглые сутки через 3 дня на 4-й, собирается ложиться спать. Она окликнула меня через дверь, и я тут же вскочил с места, ибо не мог упустить случай позавтракать. В клинике Поль кормит, чудеснейший глагол, и она пользуется этим, чтобы время от времени принести мне кусочек ветчины, яблоко, вареную фасоль в горшочке. Она уверяет, что стащила эти продукты, но, по-моему, просто уделила мне из своей порции. Покуда я уписываю за обе щеки фасоль, даже не сказав спасибо, Поль раздевается. Она даже не считает нужным отвернуться. В этом бесстыдстве нет ни вызова, ни расчета. Если я захочу с ней лечь, достаточно просто заявить об этом. Она окажет мне и эту услугу в числе прочих. Я познакомился с ней в день моего переезда в гостиницу. По ошибке в мой номер занесли ее кувшин для умывания. На следующий день она научила меня хитроумному приему. В провода втыкают 2 булавки, и таким образом можно, минуя счетчик, включать вместо лампочки подпольную плитку. Потом мы стали встречаться ежедневно. Я, дикать по природе, дошел до того, что выложил ей все свои несложные истории,
рассказывал ей много о Мику, от которой мне, впрочем, следовало бы отречься, и чуточку о моей матери, от которой отрекаться я не собирался. В течение 2 месяцев любезность Поль держала меня на почтительном расстоянии. Однако я хотел ее, хотя она утратила свежесть молодости, хотел потому, что она казалась недоступной. Потом вдруг перестал ее хотеть. В тот самый день, когда в ответ на мое неожиданное для нас обоих объятие, она спокойно сказала: «Прости, я совсем забыла, что тебе 20 лет. Если это тебе действительно мешает жить, приходи сегодня ко мне вечером. Сегодня и завтра, и послезавтра, словом, до тех пор, пока мы не отделаемся от этой истории, а потом успокоимся». Конечно, я пришел к ней. Для очистки совести я чуть было не сказал из вежливости. Она проявила достаточно пыла, который при наличии доброй воли можно извлечь из длительного любовного опыта. А я отдал ей должное на манер юных критиков, аплодирующих сотому представлению скучной пьесы. Ласки, если они лишь добрая ласковость, печальная разновидность желания. Через неделю я увлекся тоже на неделю некой Жизель, барменшей Рузье. Поль это, по-видимому, ничуть не задело. Она даже подчеркивала, что довольна этим происшествием, умеренно довольна, подобно тому, как рядовой охотно отказывается от ответственности и преимуществ капральского чина. «Ну вот видишь», — говорила она, — «ты меня даже не хотел. Ты просто хотел, чтобы я тебе уступила. Бойся таких чувств в любви, а то по-прежнему будешь только шкодить». С этих пор Поль со снисходительной злобой начала говорить со мной о мужчинах. Хотя она не посвящала меня в свое прошлое и официально числилась в разводе с мужем, морским офицером, она была застарелая сторонница полиандрии, как сказал бы профессор социологии. Очевидно, у нее было немало приключений, она и сейчас не избегала их, но уже не искала. С нею победитель ничего не побеждал, даже усталость. Вот что в моих глазах лишало ее сексуальной притягательности, хотя время от времени, признаюсь, я проводил у нее ночь. Говорить о женщинах во множественном числе и настоящем времени — это вполне нормально для молодого человека, но когда женщина говорит о мужчинах во множественном числе и в прошедшем времени, это обесценивает ее еще больше, чем климакс. Поль продолжала раздеваться, не нарушая моего злобного молчания. Подобно тому, как человек снимает перед сном вставную челюсть, она сняла с пальца и положила на ночной столик свое кольцо с крупным бриллиантом, ревниво хранимая память о каких былых великолепиях, о какой минувшей любви, игра которого затмевала тусклый блеск ее глаз. Потом она аккуратно развесила белье на спинке стула и прыгнула в постель, пружины которой еще долго не желали успокоиться. Резким жестом я бросил ей свое одеяло, поскольку сегодня мы спали с ней в разные часы. Поль легла на живот, потрясла головой, чтобы ее великолепные черные волосы, прошитые белыми нитями, рассыпались по подушке, и пробормотала, зевая: «Ну чего ты сегодня дуешься? Почему ты не пошел на центральный рынок? Мне не на что нанять тележку. Но я видел объявление в Интрансижане, требуются мойщики окон. Дай-то бог. Только не забудь, на дворе -6°. Я и сам знал это слишком хорошо. Вот уже 5 минут, как валил снег, покрыв белой ватой оконные переплеты. Кермесса ангелов, где Эдельвейс роняет лепестки?» Продекламировала Поль. «Да чего же поэзия может быть комфортабельной? А я стараюсь устроить тебя в нашу клинику в качестве помощника-санитара. Ты был бы занят с полудня до 8 вечера, значит, мог бы по утрам ходить на лекции, а вечерами с 9 до 11 зубрить, и был бы уверен, что каждый день тебе обеспечена горячая пища. Что еще новенького?
Рот мой наполнился слюной при этой светлой перспективе. В последнее время я был не так уж сильно уверен, что заботы о пище недостойны моего внимания. Однако я проглотил слюну и буркнул. Да ничего особенного. Ходил на свидание с Сюзанной, дочерью сапожника с улицы Сен-Северен. С Антуанеттой что-то не клеится. Ну, мне это, сама знаешь, плевать, но, боюсь, она наставляет мне рога. Поль откинула прядь волос и подняла голову. «Ах, вот в чем дело!» — она фыркнула. «Превосходный урок. Будешь меньше обманывать других, когда на своем опыте узнаешь, каково оно». Ну, вчера вечером опять приходили шпики от мадам. Вот упорная старуха. Никак не пойму, почему она так держится за их донесение и не подстроит мне еще какое-нибудь свинство. Ну, очевидно, считает, что ты сам себе их достаточно подстраиваешь. Поль нырнула под простыню. Ее голос, проходивший сквозь бумажную ткань, вдруг стал резким. «Надоел ты мне со своей мамашей? Люди, конечно, на все способны, но я, слава богу, вышла из того возраста, когда верят в людоедов и людоедок. Дай мне поспать, мальчик с пальчик. Ну и спи, глупая». Резо-младший, с всклокоченной шевелюрой, с воинственно выдвинутым подбородком, величественно выпрямил стан. Кто же она, эта женщина, которая так глупо хочет ему добра и вместе с тем осмелилась коснуться его мифов, того, что составляет смысл его жизни и его борьбы? Поль повернулась к стене, вздохнула. «Иной раз ты и святое можешь из себя вывести». Разгневанный мальчик с пальчик ретировался. Нет таких семимильных сапог, которые помогли бы преодолеть то расстояние, что отделяет тебя от понимания самых близких друзей. Это я замечаю уже не впервые. Когда я говорю о своей матери, меня обычно слушают вполуха. Даже у такой женщины, как Поль Леконидек, лишенной каких-либо иллюзий, все восстает в душе, когда касаешься этой интимной смеси из рождественских елок, восковых младенцев Иисусов, пощечин, родительских ласк, ежедневных тортинок и воскресных тортов, бесценного клада воспоминаний, хранящихся под шелухой жизни на дне мерзейших выгребных ям. Понося свое собственное детство, я задевал чужое. Как утверждают, золотой век находится где-то позади, и столь же ошибочно рай помещают в преддверии жизни. Загубленное детство — преступление немыслимое. Это все преувеличение барзописцев. Так не будем же удивляться, что потребовалось 100 лет, дабы уничтожить дома, забитые маленькими чудовищами, которых никто не любил. Не считают ли люди, что не уметь заставить себя полюбить, значит тем самым поставить под сомнение бескорыстную нежность всех тех, кому удалось преуспеть в этом? Негодование легко переходит в недоверие. «Спрячьте свою культю!» — кричат сначала, а затем: «Да что вы мне рассказываете? Это вовсе не культя, мальчик с пальчик, неженка. Это же просто бобо!» Я открыл окно и, опершись локтями о подоконник, стал думать о своих бобо. Гнев мой улегся. Цел. Я уцелел. Без вмятин и повреждений. Мне никогда не бывает скучно. Мне некогда. Я не могу позволить себе такой роскоши. Чего же мне в сущности недостает? Уж не становлюсь ли я романтиком? Там внизу, на улице, вот они, настоящие жертвы. Проститутка из дома номер 50 уже вышла на промысел и поводит запавшими, подчеркнутыми тушью, мокрыми, как губы, глазами, взгляды которых протягиваются, точно пальцы, готовые подцепить прохожего.
униформе богадельни, сплошь дырявой, но блистающей металлическими пуговицами на казенных брюках, семенит по снегу Тафф. Я знаю его, этого старика, славящегося в нашем квартале своей татуировкой. Руки, лоб, шея, все покрыто синеватыми надписями, въевшимися в кожу ругательствами, которые не имеют ничего общего с подлинным текстом его души и являются как бы отсебятиной этой кожи, этого живого палимпсеста. Нынче тетушка Моб поднялась слишком поздно и теперь напрасно роется в уже обшаренных помойках, волоча за собой дерюжный мешок, кое-как заштопанный бечевками в грубой косынке, на свалявшихся, как старая-престарая паутина, волосах. Как и каждое утро в этот час, час мусорщиков, аккордеон в руках слепого музыканта, то трясется в пронзительном визге, то вдруг рушится в торжественном адажио. Но вот самое страшное. Узкая крысиная личка, дитя сточных канав, это не то восьмой, не то двенадцатый ребенок в семье, которого вместо еды угощают подзатыльниками. А вся его одежда лохмотья. Вот он идет в рваных галошах на босу ногу и пожирает глазами витрину бакалейной лавки. Я полностью разоблачен. Что перед этим зрелищем сетования и бунт какого-то хватая-глотая, мальчика нелюдимого, нелюбимого тоже, но не мученика, нет, у которого все-таки был над головой кров, которого кормили, учили, который будет фигурировать в отделе хроники и объявлений в Кикурье, который готовился к реваншу, которого пощадила грязь. Можно закрыть окно. В самом деле я не столь уж интересная персона. Не пойду просить прощения у Поли. Это не в стиле здешнего заведения. Но согласимся, что она не так уж не права. Годовщина моей независимости уже прошла. Я выстоял. Я не столько гордился этим, сколько удивлялся. У меня не было впечатления, будто этот год действительно прожит. Я не считал его чем-то значительным, и теперь с трудом его вспоминаю. Ведь мы оцениваем года как фрукты по вкусу и по весу, и забываем, что мякоть — это одно, а косточки — это другое. Мы сбрасываем со счетов эти промежуточные этапы, которые сыграли в нашем развитии важную роль, но не могли стать датой. В сущности, мы перенимаем у истории ее метод пренебрегать эпохами, которые бедны событиями. У нашего прошлого тоже есть свойство садиться от стирки временем. Что можно сказать еще о новом Жане Резо? Кроме того, что он учился быть бедным, познал истинную цену, не денежных единиц, а затраченного труда. Пара носков, порции эскалопа, номер в гостинице. Научился не забывать о цене труда, поскольку очень трудно забыть о тяжести своего ярма. Научился походя владеть весьма малым числом действительно необходимых вещей и желать иметь тоже походя те из необходимых вещей, которых у него не было, то есть почти всего. Жалкая, как видите, наука, не заслуживающая исторической хроники. Впрочем, успокойтесь, Жан Резо не особенно-то в ней преуспел. Что бы Поль ни думала, в нашем семействе святых нет. Я делал, что мог. Я уже не всегда знал точно, на каком я свете. Уже во многом отличный от бывшего хватая-глотая, я еще во многом походил на него. Мне хотелось продлить свою битву, но я желал также поскорее постареть, чтобы избавиться от необходимости делать непомерные усилия. Я не особенно был удовлетворен своим возрастом и вовсе не желал, чтобы он длился вечно. По правде говоря, я испытывал странное ощущение, что у меня вообще нет возраста. Трудно определить возраст того,
кто не был по-настоящему ребенком и для кого не действителен закон чередования различных этапов жизни. Кроме того, 20-летний рабочий, который живет на свой заработок, то есть на свои мускулы, совсем иного возраста, чем, скажем, 20-летний студент, который живет в ожидании будущего диплома и в социальном плане значительно моложе. А ведь я был одновременно и студентом, который высиживает положенные часы лекции в Сорбонне, и тем парнем, который должен сначала заработать на тарелку супа, а уж потом сесть за стол. Я жил в двух ритмах. Я принадлежал к двум породам, я был существом пограничным. Общество не любит таких метисов. Чистильщики, мойщики окон, грузчики на центральном рынке не упускали случая напомнить мне о правилах приличия, о социальной сегрегации, так же, как и мои обеспеченные товарищи. Ксенофобия – естественное свойство людей, ибо повадки и привычки эмигрантов кажутся нам прямым вызовом нашим собственным традициям, и наиболее отсталые народы наиболее щепетильны на сей счет именно потому, что страдают комплексом неполноценности в наиболее острой форме. Остракизм, которому народ подвергает деклассированных, проистекает из тех же умонастроений. Выражение «маменькин сынок», по сути дела нелепое и оскорбительное для всех матерей, имеет ныне свой противовес в выражении «сын народа». Ты родился не в нашей среде, ты с нами только случайно, ты не можешь многого понять. Наши проблемы все-таки останутся для тебя книгой за семью печатями. Сколько раз в более примитивной форме слышал я эти рассуждения. Сколько раз меня старались осадить, указывая на этот новоявленный источник благодати, вне которого несть спасение. Я терялся перед этой неожиданной метаморфозой предрассудка, касающегося привилегий происхождения, и лишь вспомнив о Резде, начинал ему радоваться. Как только буржуазия стала сомневаться в своем превосходстве и вопрошать свою нечистую совесть, предместья тут же присвоили себе ее девиз и заявили: «Это мы, соль земли», с тем большей убедительностью и основанием, что могли позволить себе добавить: «Ибо мы прекрасно можем обойтись и без вас». Обходитесь без Резо и им подобных, пожалуйста, но обойтись без меня ни за что на свете. Таков был, признаюсь, окольный путь, которым я проник в другой мир. Инстинкт самосохранения всегда будет поставлять революции необходимых ей интеллигентов и специалистов, которых она отстранит в дальнейшем, выковав свою интеллигенцию. Бороться за свою собственную гибель — это не обязательно безумие. Ведь есть же люди-торпеды. Других притягивает магнит или подхватывает вихрь головокружения перед неизбежным, и они успокаивают себя мыслью, ну, в конце концов, удалось же христианству перетянуть на свою сторону язычников. Я даю здесь свое собственное толкование событиям. Эту сторону вопроса следует подчеркнуть. Мелкий буржуа может пойти в народ, держа на ладони свое сердце, а в другой руке у него мозг, который он предлагает не столь чистосердечно. Мелкий буржуа, о котором родные с ужасом говорят, что он опростился, никогда не будет с народом на равной ноге. Ему придется склоняться к младшей братии, ибо он же родился на каблуках. Найдем же в себе мужество сказать, какова бы ни была политическая формула, которая должна обеспечить торжество бесклассового общества, если оно восторжествует. Мы, мелкие буржуа, будем не столько жить его жизнью, сколько ее принимать. Те, кто родился с комплексом превосходства, редко становятся по-настоящему равными. Великодушные они просто не смогут побороть свои жалости, поддадутся мелкому тщеславию самоотречения. Но утешимся тем, что народ, идущий к победе, не тот, каким будет народ, который воспользуется ее плодами. Надо сначала, чтобы плебс поднялся до популюса, чтобы одно поколение забыло другое.
те, кто родился с комплексом неполноценности, тоже никогда не будут равными. Они останутся в плену идей возмездия, если не просто в плену у тех, кто предложит не спешить воспользоваться преимуществами возмездия, но зато распространить это благо на всех. Во имя прошлого или во имя будущего мы все принесены в жертву. Тем временем Поль продолжала мне помогать. По-всякому. Воистину, агрессивное долготерпение. Вот я и выразил впервые в жизни чувство, близкое к благодарности. Я перезабыл многие лица, но никогда я не забуду ее лица, которое по заслугам следовало бы отчеканить на золотой монете моих 20 лет, если бы оно уже не было запечатлено на стольких фальшивых монетах. И особенно не забуду того, что Поль научила меня нежности, сначала двусмысленной, но становившейся все чище под влиянием благодарности. Мое положение улучшилось. Поль не удалось устроить меня в клинику, но зато она нашла мне место секретаря у одного из своих бывших клиентов. Правда и то, что через 2 недели мой новый патрон вследствие какого-то таинственного вмешательства отослал меня без долгих разговоров. Стремясь спасти меня от врагини, чьи намерения Поль уже разгадала, она пустилась в интриги, добилась рекомендации от врачей и пристроила меня в качестве агента в фирму, торгующую медикаментами. Кое-как выпутавшись из этого дела, я устроился, наконец, в той же фирме на менее блестящую, казалось бы, должность ночного сторожа, что по существу было почти синекурой. И вовремя. Месяцы лишений и изнурительного труда постепенно довели меня до худосочия. Я выдохся настолько явно, что мне не пришлось даже просить отсрочки в военном комиссариате для окончания учебы. Призывная комиссия по собственному почину дала ее мне. Тем временем я сдал годовые экзамены. Опять едва-едва вытянул их. Дочь сапожника сама собой ликвидировалась или ликвидировала меня. Сейчас уже не помню, да это и не имеет значения. Я не заменил ее другой, не заменил я также и бумажника, подаренного Мику. Хотя он вытерся по краям, и кожа уже не скрипела под пальцами. Почти каждый день после завтрака, вернее, того, что заменяло мне завтрак, я выходил посидеть в сквере Вивиани, расположенном под моим окном. Если Поль была свободна, она присоединялась ко мне. Пока я проглядывал учебники, она с увлечением читала детективные романы, на последней странице которых все персонажи, сраженные пулей или кинжалом, валяются на земле, во имя слишком поздно восторжествовавшей морали и к вящей славе сыщика-любителя. Поль никогда не брала с собой рукоделия. Она принадлежала к тому меньшинству женщин, которые хвастаются, что пуговицу пришить не умеют. Почти каждый день в одни и те же часы пестрые стайки птиц, ребятишек и девушек, ожидавших открытия контор, набрасывались на скамейки, и ветер ерошил их перышки или их 6-месячные завивки, разматывал шарфики, пел радость на свирели их смеха и на гармониках их плессированных юбочек. Тот же ветер, играючи, рвал вязание из рук незнакомки. Обычно незнакомка приходила одна или в обществе все той же подружки. Появлялась она в 1:00 и удалялась в 1:45. Садилась всегда на одну и ту же скамейку. Я уже давно заметил ее, хотя она была не из тех, кого замечают. Я вовсе не хочу сказать, что в ней не было очарования, напротив, на нее приятно было глядеть, но, казалось, она совсем не стремится быть вам приятной. В ней не было того задора, той живости движений, того избытка молодости, от которого молодеет даже улица, когда по ней шествует сама юность, швыряя в лицо прохожему целыми охапками праздничную свежесть. С первого взгляда сдержанность и пунктуальность незнакомки казались мне несколько старомодными. Так или иначе, она принадлежала к тому большинству женщин,
который вечно щетинится пластмассовыми спицами, шагу не могут ступить без клубка шерсти, и даже начинает казаться, будто клубок — это часть их тела, наравне, скажем, с грудью. В течение 3 месяцев эта спокойная девица вязала что-то из светло-серой шерсти, посвящая 1000 секунд созданию сложнейшего, нескончаемого шедевра. Поль выводила из терпения ее терпение. Она прыскала, когда незнакомка откладывала одну за другой бусинки миниатюрных счетов, которыми пользуются для подсчитывания петель. А мне незнакомка была определенно симпатична, ведь Мику тоже считала петли, полуоткрыв рот и высунув кончик языка. 10 октября, пойдите скажите после этого, что люди не запоминают дат, мы увидели, наконец, долгожданный шедевр на плечах моей незнакомки. Это было демисезонное вязаное платьице, при виде которого я восхищенно присвистнул. «Ничего не скажешь», — начала была Поль, но ее следующий за мной сыщикский взгляд принес ей, очевидно, тревожное донесение. «Достаточно тряпки», — вздохнула она, — «чтобы мужчина переменил свое мнение о женщине». Впервые я разглядывал незнакомку с таким вниманием. Особенно меня заинтересовали ее глаза. Они могли бы быть больше, веки более гладкими, зато они были свежие, трепетные. Про себя я называл такие глаза «уклейки». Пансионерки на прогулке пошлют вам навстречу целый косяк этих рыбок. Ее быстрый взгляд, блеснув на мгновение, тут же нырял под ресницы, а лицо скрывалось под дымкой волос, как будто ему хотелось стать еще незаметнее, еще бледнее. Все прочее, если только можно говорить о всем прочем, когда речь идет о молоденькой девушке, утопало под серыми волнами Джерси, оставляя для наблюдателя лишь гальку локтей, плеч и колен. «Ну, если хочешь, я могу уйти», — предложила Поль. Конечно, ее присутствие меня стесняло. Пусть незнакомка, для меня еще незнакомка, все-таки неприятно показываться перед ней в обществе другой дамы. Не мог же я крикнуть: «Знаете, вот та дама слева от меня ничего общего со мной не имеет». Я не посмел ни ломать с хрустом пальцы, ни притворно покашливать, одним словом, отыгрываться на полувежливом нетерпении. Но Поля все поняла по моему молчанию. Она избавила меня от излишнего хамства, сунула в книгу вместо закладки перчатку и тихо поднялась со скамьи. «Ну, до скорого». Откуда-то свысока, чуть ли не с высоты плеча, она протянула мне руку. Это рукопожатие, казалось, отбрасывало меня за 100 метров от всякой интимности и удалилось, жеманно ступая на цыпочках, словно шла не по гравию, а по воробьиным яйцам. Я не был ей благодарен за эти маневры. Ее улыбка, чересчур заговорщическая, оставляла мне свободным поле действия, а ведь и речь не могло быть о легком приключении. Ни о каком приключении даже не могло быть речи. У меня на это не было ни времени, ни охоты. Я отстранился всех Мику, как и всех М, а из этой малютки Магдалины не выйдет. Злясь на все эти сложности, я тоже поднялся и пошел к калитке, которая 3 хлопнула за моей спиной. Этот металлический лязг заставил подскочить задремавшую няньку и чиновника в отставке, погруженного в чтение «Энтрансижан», где красовались последние фотографии югославского короля Александра. 2 голубя поднялись в воздух, посвящая солнцу голубизну своего взлета. На улице я все-таки оглянулся. На кончике взгляда, заброшенного как удочка, в мою сторону блеснула уклейка. Но она тут же сорвалась с крючка и схватила другую наживку — шерстинку нового вязания.
Декабрь обглодал статуи. Из моего окна, вздымавшегося над куполом Сен-Жюльен-Ле-Повр, я видел, как дрожат от холода ивы в сквере Вивиани, куда вряд ли придет посидеть в такую погоду незнакомка. По правде сказать, проверить этого я никак не мог. Я схватил хронический бронхит и уже месяц сидел дома на иждивении и попечении того самого социального страхования, которое мсье Резо некогда ставил мне ниже прежней взаимопомощи, якобы свободной, потому что зависела она от хозяев. В нем, в этом социальном страховании, благодаря которому я мог существовать, немало хорошего. Развернув газету, я просматривал заголовок за заголовком, одобряя рабочие требования, упорство которых может оценить лишь тот, кто знавал подлинную усталость, волчий голод и боль в отмороженных руках. С некоторого времени, из позиции, которые мне самому еще казались несколько узковатыми, я стал интересоваться создававшимся тогда Народным фронтом. Я даже получил членский профсоюзный билет, эту визитную карточку бедноты. Я уже начинал подсмеиваться над неким «хватай-глотаем», который читал левые газеты из чистого удальства, лишь бы досадить семье. Разумеется, ни сейчас, ни позже я никогда не буду с ними заодно. Этот их тон, эти тяжеловесные эпитеты, эти пропагандистские песни голодных раздражали меня, бойца, считавшего себя достаточно сильным, чтобы в одиночку победить несправедливость, с которой ему приходилось сталкиваться. Но мы еще поговорим об этом. «Я принесла тебе чашку бульона», — пробормотала Полли, входя в комнату. «Да, почему ей уже 36 лет? Почему у нее помятые веки в морщинках? Почему в волосах рассыпаны седые нити? Почему ей приходится подтягивать живот грацией, и ладонь моя знает, что груди у нее пустые, вялые, как выжатый лимон? Все свои одеяла Поль набросила на меня, и я догадываюсь, вечером она не решится их отобрать, не предложит лечь со мной, как брат с сестрой, и не захочет привлекать внимание, потребовав дополнительный плед, а не раздеваясь, нырнет в постель, укрывшись грудой старых пальто. Я не такой уж знаток по части чувств, но я отлично вижу, что за эти полгода ее пресловутое равнодушие сдало, ее непринужденность дала трещину, как вот эта чашка, которую она поставила передо мной. Пей, пока горячий. Мне нравятся эти знаки внимания, не отяжеленные лишними словами и жестами. Заметив, что из наших ртов идет пар, пожалуй, не менее густой, чем от бульона, Поль зажгла рахитичную походную печку, от которой воняло бензином. Потом она оправила мою постель, почистила мой пиджак, наскоро сложила книги. «Хорошо, что ты хоть деньги получишь вперед за месяц», — сказала она, лишь бы нарушить молчание. Бронхит и в самом деле стал для меня чуть ли не благодеянием. В хвалебном даже представления не имели о подобных удачах. В нынешнем году я решил получить степень лиценциата, сдав еще два нехватавших мне экзамена. До апреля я надеялся скопить немного денег, чтобы в последнем триместре посвятить себя целиком учебе. Я снова и снова излагал эти благородные намерения Поль, но их прервал сильный приступ кашля. Поль нахмурилась, похлопала меня по спине, потом приказала: «В постель, сударь. Сейчас принесу банки и термометр». Но эта программа была сорвана. Когда я укладывался под одеяло, удар кулака потряс мою дверь, и я услышал топот, по крайней мере, двух пар ног. Это было настоящее вторжение. Первый военный торжественно вошел в комнату, предшествуемый парой белых перчаток. Его шинель походила на строгий переплет книги, а красные лампасы на панталонах — на роскошные закладки. На боку у него, поблескивая, болталась шпага.
Именно в этих академических шпагах выражается тоска их владельцев по-настоящему холодному оружию. Вверху царила треуголка, и, казалось, она еще сама хорошенько не знает, чей она головной убор дипломата, академика или просто принарядившегося жандарма. Но очки, серебряные нашивки свидетельствовали о том, что треуголка принадлежит студенту политехнического училища или в данном случае Марселю, новоиспеченному слушателю сего учебного заведения, а сам слушатель поднес к ней в виде приветствия указательный палец и нашел слова, как нельзя более подходящие к данной ситуации «добрый день». Второй военный, общество которого казалось не слишком почетным для первого, просеменил следом как денщик и продемонстрировал нам свой синий выленивший воротник и красный помпон. Он втянул кривым носом дружественный смрад бензина и протрубил. Шли мимо, старик, и решили заглянуть. Вот они стоят оба на моем облезлом паркете. Матрос разглядывает поль, как портовую девку, а мой без пяти минут офицер смотрит на нее, как на воплощение смертного греха. Его перчатки цвета ничем не омраченной совести очевидно тянут вниз его руку, и он не протягивает ее нам. Поль улыбается, показывая в улыбке все свои зубы, бормочет положенные приветствия и удаляется с наигранно смущенным видом, помахивая чашкой, и все это в безукоризненном стиле субредки. Треуголка чуть-чуть склонилась, одобряя ее поведение. И уже через секунду для меня ожила знакомая атмосфера Ризо. «Надеюсь, дела идут неплохо?» — соболезнующим тоном осведомился политехник. «Я в отпуске», — пояснил Фред. «Сначала навестил Марселя, а он захотел пойти со мной к тебе. У тебя здесь не очень шикарно. Ну, как ты выкручиваешься? Впервые вижу тебя таким худым». Он-то был жирный, его-то хорошо кормило интенданство. Здоровье Марселя не так бросалось в глаза. Первый же мой ответ должен был внушить братьям заслуженное мною уважение. «Кончаю старина университет. А так как клиента не имею, приходится одновременно работать». На Марселе мои слова, по-видимому, не произвели особого впечатления. «Ну, вовсе не обязательно было так усложнять себе жизнь», — сказал он. «Впрочем, странно. Меня уверяли, что ты провалился на экзаменах». Несомненно, его уверяла та, у которой были сухие волосы, бульдожий подбородок и одинаковое имя с моей соседкой. Я резко произнес: «Справься для верности в Сорбонне». «А она тебе не сообщила, что я собирал по помойкам сухие корки, а?» Марсель предпочел расхохотаться. От этого снисходительного кудахтанья треуголка чуть сползла на бок. «Простим же кое-какие неточности бедной нервной женщине, которую, к тому же, третирует ее собственный отпрыск. Зато красный помпон Фреда склонился надо мной. Ей-богу же», — признался Фред, «она мне позавчера рассказывала, что тебе в прошлом году еле удалось избежать суда за безнравственность, что тебя на призыве забраковали из-за туберкулеза, что сейчас ты живешь за счет какой-то шлюхи». В эту минуту вошла в своих бесшумных тапочках Поль, и последние слова ударили ее прямо в лицо. Но она и брови не повела. Поставила на столик коробку с банками, пузырек со спиртом, положила пачку ваты. «Шлюха — это я, со смаком», — сказала она, встряхивая градусник. «Присядьте, господа». Тихий ангел слишком медленно пролетал над нами. И будильник с ржавыми подпалинами, купленный мной в Сент-Уэне, также медленно грыз тягостные минуты. Наконец Поль, которая делала вид, что ее позабавила эта сцена, скромно положила мне под язык термометр, и только тогда обернулась к треуголке. «Обязательно передайте вашей матушке», — начала она, выделив голосом притяжательное местоимение. Но тут же спохватилась: «Нет, ничего ей не говорите, она и так чересчур осведомлена. Она будет в отчаянии, что ваш брат обманул ее ожидания».
Клевета — последнее прибежище бессилия. Фред, в надежде, что ему простят недавний промах, решительно поддакнул Поль. «Ей действительно очень хочется, чтобы мы довели ее до отчаяния. Позавчера она мне так любезно сказала, когда тебя демобилизуют, можешь идти в лакеи, по примеру своего братца». Но через 5 минут она уже бросила зубоскалить и сказала папе, который желает, чтобы ты выкарабкался. «Если он добьется успеха, нам это дорого обойдется». «Не надо ничего преувеличивать», — степенно заметил Марсель. Он был как бы в двойной броне, от своей шинели и невозмутимой серьезности. Однако ему было явно не по себе. Недаром же он покусывал кончики пальцев, обтянутых перчаткой. Не знаю, пришел ли он ко мне в качестве полномочного представителя или просто соглядатая, или для того, чтобы показать свою новенькую форму, или чтобы помешать нам с Фредди заключить союз, или же просто так, из любопытства. Ни на мгновение я не подумал, что его привели ко мне родственные чувства. Во всяком случае, я понял, что он жалеет об этом визите и что ему не терпится уйти. Пока Поль, вынув термометр, неодобрительно разглядывала мои 38,2 градуса, Фред разглагольствовал, повторялся, блуждая вокруг да около, острил, их броненосец Пуанкаре стоит в Шербуре, его Фреда отпустили на неделю. 2 дня он провел в хвалебном, неслыханная милость, тем более, что мать больна гриппом. Правда, это она посоветовала ему не засиживаться в родительском доме. Старуха была просто сахар, да и только. «Я в восторге», — говорит, — «что наконец-то ты покаялся в своих былых заблуждениях, но мы, — говорит, — не можем тебя здесь держать». И каждые 5 минут вытаскивала носовой платок. «Смотри, мол, какая я больная, а платок до того грязный». Скупа становится, у них даже прислуги нет. А папе это уж точно угрожает уремия. Досаднее всего, что я сижу без гроша. Франция, конечно, наша мать, к несчастью, у нее есть супруг, государство, а государство такой же скупердяй, как месье Ризо. Я и в Шербур-то нарочно поехал через Париж, надеялся, что дед с бабкой раскошелится. О, держи карман шире. Только одному Марселю удалось их приручить. Да нет. — проговорил тот, став еще более серьезным. — Я хожу к ним лишь раз в месяц. Он поднялся, любовно посмотрел на свои золотые часы, ясно награды за поступление в политехническое училище, потом тревожно на Фредди. — О, я приглашен к маркизу Лендинье. Не можешь же ты явиться к ним в дом в этой форме? А у Жанны, конечно, нет приличного костюма, чтобы дать тебе надеть, поэтому оставайся лучше здесь. Ну, если 100 монет тебя устроит, но я не дал довести до конца движения белоперчаточной руки, уже полезшей в бумажник. Слишком подходящий представился случай, и мое великодушие тут же взыграло. «Бронхит не заразен. Фред может прекрасно переночевать у меня. Пусть здесь и живет до конца отпуска». Я сам толком не знал, как я его прокормлю, и уже упрекал себя в душе за то, что слишком рассчитываю на помощь Поль. Но она одобрительно мне улыбнулась. Слегка сконфузившись, Марсель разыграл роль брата, радующегося успехам близких, и важно пробасил: «Прекрасная мысль, прекрасная». Затем немедленно последовало брошенное с его обычным лаконизмом «но пока». Мне он подал на прощание палец, проверил, в порядке ли его амуниция, и повернулся к нам спиной. Я с секунду надеялся, что он зацепится своей шпагой за спинку стула, но Марсель был слишком хладнокровен, слишком внимателен, чтобы выставить себя в смешном виде. Его рапира не коснулась даже дверного косяка и ни разу не звякнула на ступеньках лестницы. Несмотря на смрад бензиновой печурки, воздух, казалось, стал чище. Мы с Поль старались шутить, и как только на лестнице стих благопристойный скрип ботинок Марселя, к нам присоединился Фред. «Ясно», — сердито буркнул он, — «как же это он может представить меня своей мадам Лендинье, мой брат матрос?»
Не поняв нашей гримасы, Фред расположился поудобнее, вытянул ноги и стал говорить. Черты его лица, чепуха, которую он нес, сплетни, вспышки злобы, все выдавало в нем плювеньековскую сущность, чего я раньше не подозревал. Если от отца Фред унаследовал только нос, инертность и отцовский уже интеллект, скользящий по поверхности вещей и считающий себя светочем, поскольку это интеллект не кого-нибудь, а самого Ризо, то от матери он взял в уменьшенной пропорции эгоизм, высокомерный у нее, нищенский у него, подозрительность, злобу, наступательную у нее, какую-то унылую у него, презрение к миру, который не вознес его на пьедестал, где бы он по праву красовался в своих ботинках 44-го размера. Слушая его снисходительные рассказы о морской жизни, можно было подумать, что по капризу злой судьбы ему выпало спасать честь портовых девок. От его презрения к погонам и нашивкам отдавало сожалением, что ему-то их не дали. Он даже не кричал, он поплевывал, он ничего не отрицал, ни от чего не отрекался. Скепсис был для него вроде как бы сепсис. Просто загнивание крови. Его голубой крови. И к тому же паразит. В течение 6 дней он был нам обузой. Одна его манера держать ложку и поднимать при этом локоть отбивала аппетит и жажду. Правда, на следующий же день, убедившись в скудости моих харчей, он вдруг вспомнил о своих родственных и дружеских обязанностях и начал охотиться за приглашениями на обед, добиваясь их у приятелей или парижских членов нашей семьи, еще чувствительных к престижу его права первородства. Не забывая притчи о чечевичной похлебке, он вспомнил предложение Марселя и пошел в политехническое училище, где и сорвал с него 1000 франков. Он даже рискнул сделать несколько замечаний, которые позже дошли до меня. «Если Жан обнищал, — говорил он, — это еще не резон кормить меня одной вареной картошкой». Вплоть до его отъезда я виделся с ним только ночью, так как он возвращался 2 часа, иной раз на веселе, и будил всю гостиницу, грохоча грубыми башмаками. Но Поль по-прежнему улыбалась. «Да не дуйся ты, не дуйся. Нельзя ничего делать наполовину». Очевидно, в благодарность за все ее хлопоты, Фред сказал мне, скидывая на плечи свой рюкзак: «Она неплохая девка, твоя Поль, но неужели ты не мог найти что-нибудь посвежее?» Последние километры, так же, как и первые, всегда самые длинные. Когда трогаешься в путь, цель еще слишком далека. Когда путь почти пройден, тебя сковывает страх. Приближаясь к цели, начинаешь понимать, что она даже не этап, а просто верстовой столб, мимо которого, не замедляя своего движения, проходит жизнь. Закон инерции наиболее жестоко действует не столько в сфере пространства, сколько в сфере времени. До Соледо 3 километра или до окончания университета 3 месяца. А куда мы отправимся затем? Я и сам не знал. Мне пришлось вылезти из постели, чтобы снова пройти призывную комиссию, где на сей раз меня забраковали вчистую. Хотя забракованные притворяются довольными, в глубине души их несколько уязвляет подобная милость. Итак, на военную службу меня не возьмут. И тут встал новый вопрос. А что, если, воспользовавшись этим, продолжать учение и получить докторскую степень? У меня такое впечатление, говорила Поль, что ты не из тех, кто переплетает свою жизнь в кожаную обложку диплома. Я теперь тебя хорошо знаю. Тебе лишь одно важно — унизить или эпатировать свою семью. Лакей, человек-сандвич, мойщик окон. Все лишь потому, что ты надеешься унизить их в своем лице, да еще вдобавок получить аттестат мужества. Но ты путаешь мужество и гром победы, раздавайся.
К тому же ты думаешь, что своими собственными силами доберешься до высот Ризо и даже возьмешь над родичами верх? Ты живешь не для себя, ты живешь против них. И даже не понимаешь, как они над тобой потешаются. Они отлично знают, что диплом не даст тебе никаких прав на долю тех социальных благ, которые ты потерял. Тебе придется пробивать себе путь самому, без связей, в период кризиса и, возможно, под залпами заградительного огня. Вот тут-то они тебя и подловят. После визита моих братьев Поль изменила тон, как будто внезапно столкнулась с какой-то новой проблемой и теперь искала решение. Мне этот тон не особенно нравился. Свой житейский опыт нельзя передать другому, и мы особенно подозрительно относимся к неудавшимся опытам. Теперь-то я знаю, что Поль внутренне выиграла, загубив свою жизнь, но тогда наши споры казались мне чем-то вроде знаменитого «стрижена брита». Я относился к ее советам, как к советам заблудшего пастыря, и терпел их единственно потому, что питал к самой Поль теплые чувства, или точнее, любил ее за ее любовь ко мне. Чего же она боялась? Все как будто шло хорошо. Я еще не приступил к работе, но зато был на попечении социального страхования. Увидев рентгеновский снимок моей грудной клетки, довольно подозрительный в смысле туберкулеза, врачи сначала предоставили мне длительный отпуск по болезни, а потом временно перевели на инвалидность. К счастью, мне удалось избежать санатория, и я смог таким образом посещать занятия, спокойно окончить университет. Да и наша семья, видимо, сдалась. Во всяком случае, к хозяину гостиницы уже больше не приходили с расспросами обо мне. В апреле я стал совершеннолетним. Хотя Марсель, поступив в политехническое училище, жил со мной по соседству, он ни разу больше у меня не появлялся. Когда мы случайно встречались на улице, он изо всех сил старался не броситься от меня со всех ног. Говоря о Фредди, который по-прежнему торчит в матросах и даже до боцмана болван не может дослужиться, он только пожимал плечами, простирал свою снисходительность до того, что сообщал мне новости о матери, которая совсем извелась, и о мсье Ризо, у которого почки работают все хуже и хуже. Наконец весна вывела на сквер Вивиани целую армию крокусов, раздирающих газон, целую армию ребятишек, раздирающих барабанные перепонки, чиновников в отставке и незнакомку. Незнакомку, чье имя я уже знал, потому что как-то подруга крикнула ей при мне: «Моника, пора, опаздываем». Имя, вполне устраивающее того, кому знаком греческий язык и кто склонен приписывать любви главный атрибут Господа Бога — единичность. Вот в каком положении находились дела. От природы я не слишком робок, не склонен разыгрывать романтического влюбленного под лиловатое хныканье глициний, но я люблю поиграть в кошки-мышки, даже еще не поймав мышь. Это входило в ритуал игр моего наступившего с опозданием детства. «Смотрите-ка, Мику номер два», — хихикнула Поль, указав рукой в окно. Я едва не вспылил, но сдержал себя и посмеялся ее словам, как милой шутке. Однако Поль как-то странно вздохнула и продолжала: «Иди же в сквер. Тебе этого до смерти хочется. Боишься загубить девушку? Ей-богу, юные грубияны вроде тебя — самые заядлые романтики». В субботу, когда в сквере запылало разом 300 тюльпаньих сердечек, я сказал Поль: «Давай держать пари, что я пойду». «Как бы не так», — крикнула она с какой-то даже страстью. Я спустился в сквер, но на знакомой скамье уже никого не было. Вслед за мной пришла Поль и уселась в заветном уголке. «Прости, что я заняла еще теплое местечко», — начала она.
Я хочу тебе сказать, я должна была бы... Ну, словом, эта девочка, ну, или другая, не в том дело. Главное в том, она замялась, встряхнула волосами, которые в свое время были черными. Говорила она жалобным, прерывающимся голосом, но он пробивался сквозь все пласты моей стыдливости, которая, как я полагал, защищена более надежно. Главное, продолжала она, это выиграть. А ведь ты не выиграл. Те, кому не повезло с женой, утешают себя, думая о своей матери, и имя им легион. Но таких, кому не повезло с матерью, считанные единицы. И нельзя, чтобы им не повезло с женой. Любовь, не смей, пожалуйста, улыбаться. Если любовь изобрели женщины, то патент на любовь выправили в тебе мужчины. И любовь тебе, пожалуй, нужнее, чем кому-либо другому. Знаю, о чем ты думаешь, мой маленький Резо. Ты не любишь, когда тебя судят, зато ты скор на то, чтобы судить других. Ты думаешь, сама, мол, испортила свою жизнь, и именно в том смысле, о котором я тебе говорю. Ты думаешь, кому-кому, а мне бы следовало помолчать. А то, что я недавно крикнула у окна, так ты не обращай внимания. Возможно, я немного ревную. Я ведь не святая, но я уже давно привыкла терять, и в случае с тобой хотела бы потерять красиво. Твое счастье. Опять заулыбался дружок, да? Поверь мне на слово. Свое счастье я губила 3-4 раза. Я считала, что это слово пригодно лишь для мединеток. О нем столько писали в бульварных газетенках, что оно потеряло цену. Однако счастье, как это славно! Быть несчастным так легко, так глупо, так общедоступно. Хотеть быть несчастным или даже просто принимать несчастье, это значит ничего не хотеть. Вот хитрюга. А еще говорят, что женщины ни о чем не думают или думают не о том. Поль думала обо всем. Решила объехать меня на кривой. Не сдержавшись, я улыбнулся. «Да ну тебя», — проговорила она. «Тебя просто невозможно наставлять. Ты все сразу замечаешь? Для тебя буквально все сшито белыми нитками. А ведь ты из той породы людей, на чьих слабостях нужно играть, чтобы обратить себе на пользу их силу». Вдруг она положила руку мне на плечо. «Ибо надо признать, ты рожден сильным. Но твоя сила тебе не служит, ты ей служишь. Ты дерешься там, где нужно воевать. Твоя позиция почти всегда оппозиция. Я говорю «почти», потому что за этот год ты во многом стал лучше. Ну, вот я думаю, уж не считаешь ли ты любовь противоположностью ненависти? В таком случае ты все еще сын своей матери. Опять белые нитки. Ты повторяешься. Посмей сказать, что для тебя это не важно. Какая проницательность, даже противно. Именно этот аргумент я выдвигал против себя всякий раз, когда мне приходила охота загубить какую-нибудь Эмму, какую-нибудь незнакомку, какую-нибудь благородную идею. И впрямь весь вопрос сводился к одному. Сумел ли я утвердить господство над самим собой? Если моя гордыня поднялась на такие высоты, не шла ли речь в любых случаях о моей драгоценной особе, о моем драгоценном счастье, о моей драгоценной силе? Идти вперед с гадюкой в кулаке, пугая зрителей. Ба, нет человека, который не был бы прежде всего своим собственным зрителем. Разве не о том шла речь,
чтобы устрашить меня самого. Любая печаль с опаской ждет своего конца и с ужасом думает о том дне, когда исчезнет без следа боль. Так и ненависть превыше всего боится освободиться от себя, все время кусает себя самое за хвост. Гадюка в большей степени, чем все прочие животные, наделены инстинктом самосохранения. Где же она еще копошится? Я сначала относилась к любви иронически, продолжала Поль негромким голосом, затем со страхом, затем чуть ли не со стыдом. Много позднее пришло удивление и стыд за прежний стыд, затем ожидание, которое усугубляет этот нерастраченный жар. Ну, сочиняешь, Поль, сочиняешь. Ты это обо мне говоришь. Ну, ясно тебе. Она резко поднялась со скамьи. Теперь она могла покинуть теплое местечко. Ветер взметнул ее волосы, как факел, и она вся лучезарная крикнула мне. На сей раз ты не мог заметить белой нитки, просто почувствовал нутром, паршивый мальчишка. Ты выиграешь. Вдруг ее пыл разом угас. Она сутулилась, вцепилась в мою руку, повисла на ней, с трудом прошептала. Я, пожалуй, помогла тебе немножко. Я знал, что еще точнее было бы сказать, полюбила. Ну вот мы и лицензиаты. Мы, другими словами, несколько тысяч студентов, я тоже затерянный среди этих тысяч. Возможно, мне приходилось потруднее, чем им, но результат был одинаковый, довольно ничтожный. Окончив с таким трудом университет, я теперь спрашивал тебя, так ли уж мне пригодится диплом лицензиата. Для преподавательской работы его недостаточно, так как требуется еще пройти конкурс. И помимо всего прочего, она мне не слишком улыбалась. Да и сам титул лицензиата был недостаточно громким, дабы фигурировать на моих визитных карточках. Конечно, в наши дни нужно быть на худой конец хоть лицензиатом, чтобы с тобой считались. За последние четверть века привилегия университетского диплома заменила собой былые привилегии происхождения. Но к чему в сущности нужен этот папирус, который к тому же есть у всех и который ничего не облегчает, а напротив, рождает необоснованные претензии? С тех пор, как я получил право писать на своей учетной карточке в разных бюро по найму магическое лицензиат филологических наук, служащие не осмеливались посылать меня на первое попавшееся место как простого смертного. Они озабоченно сосали кончик ручки и заносили мою фамилию в самый конец безнадежно длинных списков, намекая, что если у меня есть знания, то все равно у меня нет специальных навыков. Лучше было бы окончить техническое училище. Признался мне один из них с заслуживающей уважения искренностью. Каждое утро мы в количестве 50 человек и никак не меньше сидели на скамейках в хорошо вычищенных шляпах, в хорошо вычищенных костюмах, плотными рядами, как банки с вареньем. И мне казалось, что без меня вполне можно обойтись, как без десерта за обедом. Но так как жить было нужно, я торговал энциклопедией для самоучек от одной издательской фирмы, которая охотно пользовалась услугами таких, как я. Фирма подыскивала комиссионеров, обладавших изысканной внешностью, красноречием, разнообразными познаниями, а главное тех, кому с голоду достаточно сильно подводило живот, чтобы довольствоваться грошовыми комиссионными. Кроме того, в одном еженедельнике мне удалось заполучить крошечную рубрику, но, увы, на добровольных, то есть неоплачиваемых началах. Разумеется, будь у меня серьезная поддержка,
Я мог бы устроиться на постоянное место, даже несмотря на кризис. Но об этом не могло быть и речи. Я не имел никаких связей, а будь они у меня, я бы ими не воспользовался. Преуспеть в жизни по причинам, так сказать, не внутреннего, а внешнего порядка, это же унизительно. Как это легко и вполне достойно буржуазной гордыни, опирающейся на чье-то покровительство. Не так уж неприятно слышать, когда за твоей спиной шепчут, у него есть кое-какой багаж. Но я содрогался от отвращения, когда к этому определению добавляли, и к тому же он племянник такого-то или такой-то. Гнусное дополнение. Чемодан, в котором заключен этот пресловутый багаж. Уж лучше было оставить свой чемодан в камере хранения и устремиться в жизнь с пустыми руками. И вот мы влюбились. Мы, то есть несколько тысяч молодых людей, и опять-таки я сам затерянный среди этих тысяч. Мое мелкое тщеславие приняло первую же попавшуюся кандидатку, возведя ее в избранницы. Наконец-то мне удалось заговорить с Моникой. И при том самым нелепым образом. Не на скамейке, даже не в нашем сквере, не прибегнув к танго или вальсу в день 14 июля, я не толкнул ее, будто бы случайно, и не пристал затем с извинениями. Не спросил, на какой улице она живет, в какие часы бывает дома, словом, обошелся без всех тех приемчиков, которые допускают метод «пойдем со мной, девочка». Итак, повторяю, самым глупейшим образом, в 7 часов вечера у кассы метро «Сен-Мишель», с помощью случая и любезности одного моего старинного приятеля. Знаменитые повороты в жизни обычно просто маленькие виражи, и следовало бы задуматься над тем, почему самым существенным в вашей жизни вы непременно обязаны какому-нибудь пустяку. Я не любил этого своего приятеля, невежду в стиле трубадура, даже имени его не помню, производившего жестокие опустошения в рядах полудев. Мне даже неприятно вспоминать его зеленые глаза на выкате, какие-то колючие и въедливые, как крепейник, цепляющиеся за подол крестьянских юбок. Его лицо цвета нуги, вялые руки, его манера брызгать при разговоре слюной — все это показалось мне оскорблением для 3 молоденьких девушек в светлых платьицах, доверчиво согласившихся составить ему компанию. Я прошел, не остановившись, но он меня окликнул в Ризо. Я обернулся и узнал свою малютку. Рыбка нырнула. Я хочу сказать, взгляд выразил смущение, и это немного вознаградило меня за то, что она находится в таком обществе. «Ты, очевидно, знаком с Мари?» — сказал мой приятель вкрадчиво и плавно. «Наверняка знаком. Мари только что окончила юридический». «Ну, не думаю», — небрежно добавил он, — «чтобы ты знал ее подруг Габи и Монику». «Габриэль», — поправила Габи. «Моника Арбен», — уточнила посетительница сквера Вивиани сухим тоном, услышав, каково я возликовал, ибо имя ее звякнуло, как щит. Эфеб с лицом цвета нуги снисходительно улыбнулся. Мэри сняла перчатку с правой руки, а 2 другие девушки вертели в пальцах билеты. Видно было, что между ними нет даже намека на близость. Их свела здесь, как пассажиров одного купе, лишь временная симпатия. «Да говори же, старина, говори», — отчаянно твердил я себе. Свет электрических лампочек, падая на ступеньки, зажигал искорки в чешуйках слюды, 1000 отсветов бежали вдоль белых сводов. Я глупо спросил, а почему вы сегодня не надели вашего вязаного платья? Впрочем, так ли уж глупо? Этот намек на вполне конкретную деталь был красноречивее любой самой пространной речи. Веки Моники поднялись высоко, застыли на мгновение, как бы зацепившись за брови, открыв весь белок и загоревшиеся любопытством глаза серо-мышиного цвета. Потом веки вдруг опустились,
притушив ее радость, игру улыбки. Упали, как коротенькая вуалетка. Она поднесла к лицу руку, чтобы скрыть еще оставшиеся нескрытыми, и поговорила, чтобы что-то сказать. Я с ним здорово намучилась. «А, значит, вы знакомы?» — проворчал мой приятель. Но Моника уже удалилась, ничего не ответив, увлекая за собой Габриэль, и бросила нам через плечо: «Простите, но мы должны вернуться вовремя». Через 10 секунд они уже спустились по лестнице, живые, скромные, и все. Гибкость лодыжек и твердая линия бедер была для опытного глаза самым воплощением девичества. «Вы с ней знакомы?» — допытывалась у меня Мари. Я как-то неопределенно повел рукой, и она сказала снисходительным тоном: «Она не то чтобы моя подруга, она секретарь в нотариальной конторе на бульваре Сен-Жермен, где я стажируюсь. По-моему, она живет в пансионе, который содержит монахини». И добавила не без игривости, как многоопытная девица: «Тут вам делать нечего, советую не терять зря времени. Это из тех юбок, что меняют себя хоругвью. А плевать мне на это», — кратко сказал я. Мне было до того на это наплевать, что я, в свою очередь, спустился с лестницы быстрее, чем позволяли мои коленные суставы. Ибо у мужчин гибкостью обладают лишь коленные суставы. Орел или решка? Орлеанская застава или застава Кленкур? Я выбрал Кленкур. Вихрем промчался через турникет и успел вовремя вскочить в поезд, увозивший Монику. Вежливость, милая недоверчивость, изящная словесная игра. Потом осторожный спор о вкусе и цвете, и через этот окольный путь обмен основными сведениями, полупризнание. Наши глаза, наши руки, наши ноги, коснувшись друг друга, тотчас же отпрядывали назад. Весьма подчеркнутая и щепетильная, в сущности весьма целомудренная воспитанность дозировала наши жесты, слова и даже молчание. В течение 2 недель мне пришлось выдержать целый натиск обычных запретов. «Не провожайте меня до самого подъезда. Не ждите меня завтра. Лучше не берите меня под руку». Однако сами эти запреты уже свидетельствовали об известном прогрессе. Мы прогрессировали в сторону первого свидания, которое было назначено согласно обычаю на следующую субботу. Разумеется, это первое свидание, тоже согласно обычаю, мне было назначено в людном месте и под неусыпным наблюдением все той же подружки. Короче, речь шла о самом первом контакте, как нельзя более осторожном, как нельзя более классическом. И именно это меня смущало. Труднее всего мириться с банальным, особенно когда оно окрашено нежностью. Мелкие эмоции меня унижают. Моя способность восхищаться раздражает меня или, во всяком случае, вызывает во мне чувство ложного стыда, чем страдает все мое поколение, которое, как огня, боится, что его хоть на минуту могут счесть сентиментальным, и которое убеждено, что улыбки перенести труднее, чем удары. Ну и пусть мы покажемся смешными. Кино, танго или лодка. Моника предоставила выбор мне, выказывая, впрочем, склонность к прогулкам на свежем воздухе. Я избрал Марну. Не так уж неприятно продолжить начатое изучение, особенно когда напротив тебя находится некто в купальном костюме. Дабы не бросать вызова изобретательности десятка тысяч парочек, которые встречаются каждую субботу, мы с Моникой тоже выбрали себе местом встречи часы на станции метро Алезиа. Моника удовольствовалась 5-минутным опозданием.
Я пришел за полчаса до назначенного срока и успел десятки раз поправить узел галстука. Заметив ее, я отступил в глубину платформы, чтобы она подумала, будто я явился одновременно с нею, а там на свободе ее разглядывал. Слава богу, она не взяла с собой ничего лишнего, вроде зонтика, шарфика, перчаток и прочего снаряжения. Только на кончике пальца болталась матерчатая сумочка. Ее пляжное платье с четырьмя карманами и большими пуговицами было, на мой вкус, слишком отглажено и вызывало во мне желание крикнуть рекламу стиральный порошок Персии. Ее волосы, как и всегда, казалось, только что вышли из-под пульверизатора. Руки и ноги голые, очень гладкие, простодушно являли себя чужим взором. Первая радость — на нее смотрят. Вторая радость — она никого не замечает. Третья радость — ее улыбка, дошедшая до меня издали, вполне заменила собой добрый день. Хотя я уже с неделю назад подметил одно свойство своей подружки, я не переставал удивляться этому столь редкому у женщины качеству. Моника почти не разговаривала. И это-то спасало ее от сравнения с другими. Вот она, четвертая радость. Давайте поедем на метро до Шарантона, а потом на 81-м до Сен-Мориса. Идет, ответила она. А ваша подруга не пришла с вами? Моника открыла было рот, и я увидел кончик ее языка. Он подрожал секунду между зубами, потом она проглотила его вместе с недоговоренной фразой. Веки опустились на глаза, и в оставшихся узеньких щелочках вспыхнул серый дерзкий огонек. И только когда я уже вел ее, судорожно сжав рукой ее прохладное запястье, только когда она вытащила из кармана свой проездной билет, только тогда она соблаговолила ответить самым уголком губ. «А вы жалеете?» Через час мы уже плыли по Марне, подставив солнцу как можно больше обнаженного тела. Монике достаточно было тут же в лодке расстегнуть платье, чтобы очутиться в купальном костюме. Нет, эта крошка решительно не способна взять фальшивую ноту. Немалое искусство без долгого раздевания на глазах посторонних сразу перейти в состояние статуи. Все изящество женщины разом гибнет, когда она при всех мучительно выпутывается из сложной системы белья. Слишком затянувшаяся церемония стыдливости становится бесстыдством, даже если под платьем уже надеты лифчик и трусики. Не стоит даже и говорить о тех неосмотрительных особых, которые не позаботились об этом заранее и за неимением кабинки немыслимо корчатся на глазах у публики, прибегая к самому прискорбному камуфляжу, чтобы незаметно стащить с себя штанишки. Я не люблю грести, наша родная Омэ была слишком узка, и мы передвигались по ней, отпихиваясь багром или, ну, в лучшем случае, орудуя кормовым веслом. Гребец не видит, куда идет лодка. Зато кормщик смотрит вперед. В шуанских болотах издавна приходилось быть начеку. Мои весла, как бы в насмешку над поэтическими реминисценциями, самым жалким образом баламутили воду, нарушая гармонию волн. Впрочем, тут хватало таких же малоопытных гребцов, как я, болтыхавшихся среди радужных пятен нефти. Моника смеялась, попадая под град брызг. И эта молчальница, которая не произнесла и трех фраз, напевала что-то, заполняла молчание пением, как птица. Сидя на противоположном конце лодки, повернув ко мне корпус анфас, а лицо в профиль, сжав колени и свесив руки, она не шевелилась. «Вам не холодно, Моника?» Обращенная в профиль головка чуть повернулась, отрицательно качнулась справа налево, и профиль снова стал медальным. Я не мог отвести глаз
от этого низкого выреза, полагающегося купальщицам, от этого загоревшего треугольника, как бы удлиняющего шею. Ибо чуть ниже вздрагивали груди, не заостренные, а очень круглые, широко расставленные. Между лифчиком и трусиками виднелась неширокая полоса ногого тела с еле приметными валиками от резинок. Еще ниже плоский живот, но ляжки и бедра, пожалуй, несколько тяжеловаты. «Моника, почему вы на меня не смотрите?» «Потому что вы на меня слишком смотрите». Серые глаза посмотрели на меня, как бы подчеркивая свой упрек. Она была права. Я занимался только ею, и, однако, я ею не занимался. Я занимался ее двойником, тем, что мне в нем нравилось, и тем, что мне в нем не нравилось. Я занимался лишь самим собой. Убийственная привычка. Сегодня утром боль сказала мне: «Остерегайся, дружок головной боли. Ты принадлежишь к тем милым эгоистикам, которые всегда стараются остаться наедине с самим собой, даже когда бывает вдвоем. Оставь меня, крошка, оставь в покое и позволь мне помечтать о тебе». Я все еще не отделался от своей агрессивной юности. Я научился быть с кем-то, но не научился быть с кем-то вместе. Бойся шуанства и бойся шуанских чувств. Головная любовь — голова и хвост. Становись в хвост, как говорил некий юморист, и добавлял при этом на манер нотариуса. Что касается женщин, то обладание удостоверяет право на владение. Пусть же твоя память будет складом движимого имущества. Но что это за внутренний монолог, которому все еще дивятся серые глаза? Проклятый буржуа, слюнтяй. Я не живу любовью. Я ее декларирую. Моника, удели мне твоей простоты. Жан, неужели вы позволите этой толстухе нас обогнать? Я очнулся. Я на Марне, о которой совсем позабыл. Я в лодке, в плавках, наедине со свеженькой девушкой, которая мне всего лишь симпатизирует и которая не изощряется в психологических тонкостях, девушкой, которая целую неделю роется во всяких юридических справочниках и хочет воспользоваться субботним отдыхом. Только сейчас я заметил толстую даму, заполнившую своей особой всю лодку лакированного красного дерева и яростно орудовавшую веслом в надежде похудеть. «Возьмите одно весло, Моника». Моника подскочила ко мне, села рядом, прижав свой теплый маленький зад к моему, и взяла весло. Но нам не удавалось грести слаженно, и хотя уключены жалобно скрипели, мы не двигались с места. «Раз, два», — медленно командовала Моника. «Наконец-то мы попали в такт. Раз, два», — снова скомандовала Моника, но в более быстром темпе. На сей раз нос лодки приподнялся, и вода зашуршала, как накрахмаленное белье. «Но объясните мне, пожалуйста, чему я так обрадовался?» «Ясно, этот общий ритм, прелюдия иного. Раз, два», — продолжала Моника, незаметно для себя, выделяя голосом слово «два». «Когда навстречу нам подплыл остров Шарантон, толстая дама исчезла проложенной нами водной борозде. Лодка переваливается сбоку на бок, кокетничает со своей тенью. Мимо не спеша проплывает пустая консервная банка, которую несет течением прямо к плотине. Этот яркий свет вовсе не обязан своим происхождением солнцу. Почему-то кажется, что его шлют водяные лилии, ввинченные в воду, как лампочки в центре рефлекторов своих листьев. Упоительный час. Опять-таки этого требует обычай. 10 000 субботних парочек слились в объятиях. Я сам насчитал поблизости с полдюжины, и их добрый пример воспринимаю как поощрение. Уже давно мы вышли из воды, уже давно Моника надела платье и спрятала в пляжную сумочку
купальные трусы и лифчик. Я даже не заметил, когда она успела это сделать. Впрочем, я и не глядел на нее. Я ее слушал. А так как она ничего не говорила, я был во власти чар. А теперь она говорит, потому что настала минута, великая минута объяснений. Чтобы не травмировать свои голосовые связки, она почти шепчет. Если хотите, можете не верить. Но я в первый раз выезжаю за город с молодым человеком. Я не очень-то этому верю и не слишком польщен этим. Я предпочитаю иметь конкурентов и восторжествовать над ними. Моника поспешно добавляет, с незнакомым молодым человеком. В конечном счете, это уточнение не особенно меня утешает. В нем заложено не одно противоречие. Я ревнивее Мавра и тотчас становлюсь безраздельным собственником того, что люблю. Так и во всем. Я легко отдаю, но никогда не одалживаю. Тот, кто отдает, тот бросает или избавляется, а тот, кто одалживает, делится. Я смотрю на Монику и думаю, когда я покупаю себе сорочку, я вытягиваю ее из-под самого низа стопки. Так я хоть уверен, что ее никто не видел, не трогал, что никто не позарился на нее раньше меня. Мне кажется, что так она чище. Но будем справедливы. Замешательство Моники под моим изучающим взглядом чадра смущения, которой она себя окутала, доброе предзнаменование. «Не скрою я в затруднении», — продолжал слабый голосок. «Мне хотелось бы, чтобы вы меня успокоили, сказали мне, к чему вы в сущности стремитесь. Но я не из тех, кто уже через неделю готов на все, и я отлично понимаю, что вам необходимо сначала поразмыслить. Вы обо мне ничего не знаете. Я вас тоже ничего не знаю. Давайте сегодня вечером попытаемся, ну, конечно. Расскажите мне о Монике Арбен». Я опередил ее из осторожности. Или из-за застенчивости. Не думаю, чтобы я первый мог пуститься в откровенности. Сверх того, существует неписанный закон. Мужчина раздевает женщину и в прямом, и в фигуральном смысле слова. Из воды выскакивает щука, и Моника приподнимается, считает расходящиеся по воде круги, радуясь этой отсрочке. Я отлично вижу, что она колеблется. Теперь, когда она стоит на коленях, кажется, будто она готовится к исповеди. «Ну, с чего начать?» — вздыхает она. «Я ведь такая же, как и все». От души надеюсь, что это не так. Единственное извинение, которое я смог найти для своей матери, единственная причина, по которой я не хотел бы сменить ее на другую женщину, это то, что в своем роде она неповторима. Я отнюдь не ненавижу всех простых смертных. Я даже не против того, что они меня окружают, но я не хочу, чтобы в массе окружающих людей растворялись существа мне дорогие или ненавистные. Интуиция почему-то подсказывает мне, что такая Моника издана лишь в одном единственном экземпляре. Любовь? Ну, конечно, я говорю о любви юмористически, и я уже ужасно благодарен тебе за то, что ты ни разу не произнесла это священное слово. Ну, есть что-то созвучное в словах «юмор» и «амур». И это меня смущает. Любовь? Хо-хо. Я не так-то уж верю тому, что только что сказал. Я непременно сморожу глупость, но я могу позволить себе нынче вечером быть глупым. Любовь — вот что делает человека единственным, как Бог. Вот что спасает его от посредственности. И для того, кто не ценит этого, все посредственно, даже совершенство. Я уже давно подозревал, Бог может существовать лишь силой человеческой любви. И точно так же человек существует для нас лишь в той мере, в какой мы выделили его из общей массы. Вывод первый. Для психиморы я не существую. Вывод второй более тревожный.
Я буду единственным лишь в том случае, если меня полюбят. Вывод третий. Торопись же меня полюбить. Шепчи, девочка, шепчи. То, что ты мне сейчас рассказываешь, не имеет ровно никакого значения. Я уже все знаю. Я позавчера подробно расспросил Мари. И все-таки шепчи, шепчи мне на ухо еще ближе. И не пугайся. Если я привлеку тебя к себе, то лишь за тем, чтобы облегчить тебе твой рассказ. Я чувствую под пляжным платьем твою лопатку. Даже после купания от тебя пахнет душистым мылом. Но о чем же ты в сущности говоришь? Нам, оказывается, 19 лет. Мы совсем-совсем одни. Мама умерла 8 лет назад. Душераздирающие комментарии по поводу такой удачи. Ну, конечно, конечно, я сочувствую. Папа в Мадагаскаре женился на чернокожей даме, чье имя сразу и не выговоришь. Шутка ли 9 слогов? Папа во Францию никогда не приезжает. Он народил кучу толстогубых ребятишек и надзирает за какой-то плантацией, где растет рафия. Насколько я понимаю, папа окончательно амадагаскарился. Девчурка, которую воспитала тетя по имени Катрин, кончила школу, получила диплом частной школы машинописи и стенографии, прошла курс кройки и шитья, кулинарии и ухода за младенцами. Вот уже 2 года, как она поселилась в Париже у сестер на Сакрекер, которые держат специальные пансионы для молоденьких девушек, и поступила к адвокату Гану, для которого подготовляет дела, пока сей великий муж подготовляет свои замечания по делам. Живущие в их пансионе не имеют права уйти раньше 7 часов утра, и если заранее не получено особое разрешение, обязаны возвращаться к обеду. Но это разрешение дается только по просьбе родных и сурово проверяется. Значит, Моника никогда его не получит, так как тетя Катрин вернулась к себе на родину в Монпутье, маленький городишко департамента ОБ. Так что фактически я сирота вроде вас. Значит, Мари просветила не только меня одного. Признаться, я вас немножко побаиваюсь. Если бы я имела такую мать, как ваша, мне кажется, что я бы заставила ее себя полюбить. Ведь мать — это знакомая песенка. Но сейчас я не протестую. Я покачиваю головой, проникновенно выслушивая нравоучительные соображения насчет матерей. Будем же возвышенно печальны. В этом черном жанре удобнее всего гудронировать дорогу к успеху у дам, ибо каждая из них в потенции мать желает примирить вас со своим призванием. Первый ребенок женщины — это мужчина, которого она любит. То и дело повторяет Поль. Это бесплодная смоковница, у которой таких детей было множество, и среди них я последыш. Не будем шокировать этими соображениями Монику, ту, что хочет меня усыновить. Впрочем, она на этом не настаивает. И снова раздается ее шепот. Но я уже не слышу его, как привычное тиканье будильника. Должно быть, она теперь говорит о том, чем она живет, о своих привычках, о своих подружках, о своей тесной, как келейка, комнате, о своих азалиях. Голос затухает, а я не замечаю этого. Мы не шевелимся. Небо, вода, минуты. Все блестит, струится, розовеет. К несчастью, на руке у меня часы. Ой, 7:50. Вдруг восклицает Моника и вскакивает на ноги. Я опоздаю, и вы мне ничего не сказали. Я вам напишу. Мы бежим к лодке, которую еще надо вернуть на станцию. Но между лодкой и нами возникают 2 дерева, и сень их не безинтересна. Моника останавливается и глядит на меня. Вернее, останавливаюсь я и гляжу на нее. «Нет», — шепчет Моника, но не трогается с места. Обе мои руки, сначала правая, а потом левая, ложатся ей на плечи, и ее стан клонится ко мне, но одновременно выдвигается колено. И эта рогатка благоразумных девиц
мешает мне приблизиться к ней вплотную. Мы торопим события. Нам не следовало бы робкое сослагательное, которое тут же глохнет. Поль тряхнула головой, как лошадь, которой надоело стоять в оглоблях, как лошадь, с которой роднит ее эта грива длинных, блестящих, струящихся волос, с математической точностью, разделенная пополам прямым пробором. Поль тряхнула головой и медленно повернулась ко мне. «А это ты? Как это тебя занесло ко мне в воскресенье?» В голосе ее ни тени упрека. Поль знает, ради кого я пренебрегаю ее обществом. Вот уже целый месяц я уделяю ей, то изредка всего, по получасу. Моника уехала к тетке Вуб. Она там проведет свой отпуск, то есть все 3 недели. 3 недели, задумчиво протянула Поль. Потом спохватилась. Все понятно. За неимением лучшего хороша и эта бедняжка Леканидек. Впрочем, я рада тебя видеть. Мне нужно с тобой поговорить. Торжественный тон, которым Поль произнесла последние слова, заставил меня насторожиться. Хотя глаза ее были искусно подмазаны, их склера напоминала смятый целлофан. Возможно, в этом был повинен солнечный свет, который в порядке исключения проникал в ее комнату с соседних крыш и заливал каньон улицы Голланд, обычно погруженный в полумрак. Я подошел к открытому окну. Пробившийся откуда-то издали луч окрасил в первородный цвет 3 бегонии, которые чахли в деревянном трухлявом ящике, стоявшем на выступе за окном, и на которое Поль ежевечерне выливала целые кувшины воды, невзирая на протесты жильцов нижнего этажа. «Возьми их к себе в комнату», — заявила она, — «а то хозяин их загубит». И так как я ошалело уставился на нее, она решилась. Я хотела тебе сказать, что собираюсь уехать в Испанию. Я уже окончательно ничего не понимал, что это еще за комедия. Поль продолжала. Ну и что ж тут такого? Там для медицинских сестер работы хватает. Я заскучала. Мне надоели почтенные пациенты из нашей клиники. Хочу лечить этих злодеев из Фронта Популяр. При этих словах мадам Леконидек рассмеялась. Смех получился чуть-чуть неестественный и напомнил мне ее блеклые безжизненные бегонии. Мне были известны политические симпатии Поль, я их разделял. Хотя поначалу мне подсказало их желание петь в унисон с врагами моих врагов, которые мне гораздо дороже, чем друзья моих друзей. Я понимал Поль особенно хорошо еще и потому, что с некоторых пор мои личные стимулы уступили место более общим мотивам, а мои неотложные потребности подвели достаточно солидную базу под мое убеждение. Но Поль, которая была левой, свободомыслящей, или вернее, свободомечтающей, не скрывала этого, не раз говорила мне, что терпеть не может попугайщины приказов прямого действия. Решение ее исходило из иных мотивов. Я без труда догадался, из каких именно. «Сейчас мне здесь нечего делать», — призналась она, и голос ее прозвучал устало. «Я просто старая кляча и гожусь разве что на махан». Поль, сильная Поль, сникла, завела нескончаемые жалобы. Я слушаю ее, онемев от изумления. Самое трудное в подобной ситуации — помешать женщине говорить, а мужчине молчать. Инстинктивно я весь внутренне сжался. Ненавижу всяческие утешения, будь они обращены ко мне или к другим, я не способен найти нужные слова, чтобы остановить лавину сетований. Лично я предпочитаю заложить в руины динамит. Наконец я так и сделал. Мне тебя жаль. Это было именно то, что нужно. Поль даже подскочила. Жаль, месье, видите ли, меня жалеет. А я его жалела. Уж не вообразил ли ты, что я приношу жертву ради твоего драгоценного счастья?
Я, конечно, понимаю, мое присутствие тебя стесняет, но уезжаю я вовсе не для твоего удовольствия. Уезжаю я просто для того, чтобы избавиться от одной идиотки, от тебя самой избавиться. Убираюсь по-добру, по-здорову из твоей жизни. Но этот взрыв негодования быстро рассыпался на части. Боль раскинула руки, словно выбираясь из-под груды развалин, и, успокоившись, проговорила с некоторой напыщенностью. «Во всяком случае, могу тебе сказать, ты не будешь моим последним свинством, ты будешь первой моей чистотой». «Чистотой». Я прекрасно понял, что она имеет в виду. Мне не следовало бы улыбаться. Но как не улыбнуться? Чего стоит это слово в устах женщины, до того доступной, что я как-то даже представить себе не мог, что она была когда-то девушкой? Уязвленная моей улыбкой, Поль встряхнулась и бросила мне в лицо. Конечно, я приносила жертвы. Иногда даже спала с тобой. Подумаешь, нужно же заботиться о младенцах. Она окончательно овладела собой. Давай поговорим серьезно. Я уезжаю, потому что пора, так лучше для тебя. Не скрою, поначалу я думала, что ты, в конце концов, свяжешься с какой-нибудь злобной шлюшкой. Мужчины из вашей среды, когда их не защищают барьеры, которые буржуазия воздвигает на своих границах, обычно женятся на ком попало. Ну, я ошибалась. Тебя защищала твоя юность. Разумеется, ты совершаешь мезальянс, но это хороший мезальянс. Тебе не грозит участь большинства молодых людей, которые любят любовь ради нее самой. Кроме того, тебя невозможно удержать чувственностью, ты ее презираешь. В случае необходимости ты сам готов заставить ее замолчать, чтобы втолковать, что такое цельное чувство. В конце концов, ты вполне способен внушить женщине страсть, но ты сам прекрасно знаешь, что восхищаешься своей матерью. Придется восхищаться и своей женой. О, тут я тебе доверяю, ты не будешь скупиться, как и с матерью. А сейчас я хочу дать тебе один совет. Не наделай глупостей с Моникой. Ты этого никогда не простишь. Сразу вознегодовав, я нахмурил брови, искренне забыв с полдюжины бедных девчонок, которых я, так сказать, подверг высшей мере, а Поля улыбнулась. «Знаю, знаю, она будет защищаться, она сама добродетель, эта белокурая Мадонна, сменившая твою чернокудрую Мадонну. Однако не торопи ее слишком и женись поскорее. Если она, не дай бог, будет сопротивляться недостаточно стойко, она перестанет для тебя существовать. Не следует уступать ненависти. Кто ей уступит, тот погиб. Бессознательно ты вывел отсюда следующую аксиому. Не следует поддаваться любви, кто ей уступит, тот погиб. И не возражай, я ведь не сказала, что ты так думаешь. Ты отлично знаешь, что если ненависть — это битва, то любовь — лишь видимость битвы, а фактически она пакт. Я говорю об инстинктивном чувстве, въедливым, как пырей. Кстати сказать, ты распространяешь это чувство не только на область чувств. Ты был вынужден сопротивляться, ты вошел во вкус. Ты чрезмерно возгордился этим и уважаешь лишь тех, кто сопротивляется тебе, ибо уважение, которое мы питаем к ближним, обычно основывается на сравнениях с нами самими. Когда тебя разбирают вот так по винтику, это довольно противно. Пусть знала это, но пренебрегла. Объяснения, предостережения, проповеди. Я понял, положив левую ладонь на стол и вскинув правую руку, Поль завещала мне. Впрочем, я, кажется, учу ученого, произнесла она. Ты и сам все это знаешь. Ну, хоть понимаешь ли ты, что тебе повезло? Твой ребяческий бунт помог тебе ускользнуть
от предназначенной тебе участи, обычной участи ничтожного претенциозного резло. Сейчас твой бунт уже не имеет смысла. Против кого тебе бунтовать? Но ты уже приобрел привычку к бунтарству. До конца твоих дней ты нутром будешь чувствовать отвращение к несправедливости. Это чисто физическое, непреодолимое отвращение, которое в сотни раз действеннее, нежели головная жалость. Перенеси его в общественный план, и ты... к черту нотации. Хватит, надоело. Ты сам видишь, чего я от тебя жду. Разреши сделать только одно замечание. У тебя есть невыносимое свойство. Во всех случаях жизни ты прав. И в отношении матери, и в отношении братьев, и в отношении общества. В сущности получается, что единственное непогрешимое существо на свете — это ты сам. Прошу тебя, не будь так предубежден в свою пользу. Слава Богу, кончила. Поля очень хорошая женщина. Я искренне огорчен ее отъездом, но я вообще-то не слишком люблю увещевания и, кроме того, не переношу возвышенного слога у других. Я затрясся, так как Поль снова открыла рот. К счастью, славная моя подружка заговорила своим обычным милым голосом, естественным голосом, как и подобает при решении практических вопросов. Кстати, о Монике. Что ты рассчитываешь делать? Ответ был быстр, как удар теннисной ракеткой. Жениться, черт побери. Но Поль послала ответный мяч на заднюю линию. Я имею в виду, на что ты рассчитываешь жить? Нельзя строить семейную жизнь с такими ненадежными доходами, как твои. Если бы я не знал так хорошо мою Поль, я, пожалуй, решил бы, что она разыгрывает из себя адвоката дьявола. Но ее беспокойство, совпадавшее с моим, не ускользнувшим и от Моники, было более чем обоснованно. Мне не оставалось ничего другого, как расписаться в собственном бессилии. В сущности, все это не так уж страшно. Моника работает, а я как-нибудь выкручусь, на нас двоих хватит. Я не могу жениться на женщине, которая зарабатывает больше меня. И к тому же только один из нас двоих имеет обеспеченный заработок. Я не посмею на нее взглянуть, не решусь проглотить ложки ее супа. А если у нас будет ребенок, и Монике придется оставить службу? Нет, нет, покуда я не добьюсь определенного положения, придется ждать. 4 параллельные складки прорезали лоб Поля. А челка упала чуть ли не до бровей. «Да, опасно, опасно», — пробормотала она. «Я тут надумал кое-что, но очень уж это все проблематично. Но расскажи все-таки». Меня смущал взгляд Поль. Слишком ясно в нем выразилось желание узнать решение задачи и пренебречь деталями. Ведь в сущности говорить надо бы о ней, а не обо мне. Я стал излагать свой план, вяло ворочая языком. Мне хотелось бы взять патент, то есть приобрести право торговать на рынке. Рынки в окрестностях Парижа торгуют только до полудня, так что я мог бы вечером писать. Конечно, не такое уж это блестящее решение вопроса для человека с высшим образованием, но зато я зарабатывал бы деньги регулярно и приличным способом, не во вред своему подлинному призванию. Может быть, мне удастся пробраться в журналистику. Теперь я веду хронику уже не бесплатно. Вчера я получил первый гонорар, а это хороший знак. На худой конец, если мне в газете не повезет, я останусь на рынке. Попытаюсь получить постоянное место или открою палатку. Возможно, дорогая, я так и окончу свои дни в шкуре рыночного торговца. «Как я в шкуре монахини», — отрезала Поль. «Впрочем, мысль неплохая. А чем ты намереваешься торговать?» «Мечтать никому не возбраняется.
И я объяснил Поль, что самое главное — это специализироваться в какой-нибудь одной отрасли. Что я, например, решил продавать недорогие чулки и носки где-нибудь на рынке в рабочем районе. По правде сказать, я ничего не решил. Патент, закупка товаров, оборудование требовали денежных вложений, а денег у меня не было. У Моники, правда, есть кое-какие сбережения на книжке, но тронуть их я в жизни не соглашусь. «Понятно», — прервала Поль. «Сколько тебе нужно?» Я назвал цифру, и мы оба замолчали. Поль зевнула, потянулась, подошла к окну, оперлась о подоконник, вернулась за кувшином и вылила всю воду на свои бегонии. Но я заметил, что проделывает она все это машинально, а думает о чем-то другом. Только потому, что было воскресенье, мы, соблюдая традицию, вышли из дома, долго бродили по бульварам и, наконец, без сил рухнули на стулья в каком-то маленьком кинотеатре. Поль больше не открыла рта, и на прощание вместо покойной ночи буркнула что-то неразборчивое. Еще долго я слышал, как она описывала круги по своей комнате, и под ногами у нее скрипел паркет, слышал хрипловатый голос, тот голос, о котором сама Поль говорила с обычной своей образностью, что от него крысу и тубы стошнило. Еще долго терзала она навязший в зубах припев: «У меня никогда не было по-настоящему своего мужчины. Не знаю даже почему, ведь не урод же я какой-то, не спорю. Может, я сама растяпа, а может, таких мужчин вообще не существует». Меня грызла жалость. Я томился, как преступник, тщетно стараясь зарыться головой в подушку, и в конце концов постучал кулаком в стенку. Я очень люблю Поль, но я не люблю мелодрам. Но в следующий вечер, около полуночи, на этот раз уже сама Поль забарабанила в мою дверь, ворвалась в комнату и бросила на стол пачку кредиток. Вот деньги. Продала кольцо. Я взял. Я, который отказывался от сбережений Моники. Я, который ничего ни у кого не брал. Я взял, потому что ребенок может взять у матери любое. Потому что Поль — это моя доля материнского бескорыстия. Я взял, как берет ребенок, то есть плохо взял, не понимая размеров, принесенной ради меня жертвы. И думал лишь о подозрительном происхождении этого кольца. Но ведь согласился же Иисус Христос принять от Магдалины, этой публичной девки, мирру. Я подумал, посмел подумать, в иных случаях брать — это давать. И Поль, которая стоила в 1000 раз больше меня, казалось, тоже этому верила. Моника, мой цветок, а вернее стебелек, неподвижно выросла передо мной. И к тому же столь же безмолвная, неизменная, она предлагала моему вниманию взамен жестов лишь трепет, который любое растение может отнести за счет ветра. Тетя Катрин, багрово-красная, перехваченная в талии наподобие рака, и, подобно раку, щетинившаяся какими-то странными отростками, как природными, так и благоприобретенными, с выпуклыми, вылезавшими из орбит глазами, сразу же окружила меня целой стеной недоверия, подпрыгивала, отступала, колыхая юбками, продвигалась как-то боком, протягивала мне свою клешню, скрежетала что-то вроде «добро пожаловать». Узенькая аллейка была до того бела, что, казалось, гравий только что промыли с мылом. Осенний дикий виноград покрывал домик и краснел один за всех нас. Очень рада, мы вас не ждали. О, боже мой, какой сюрприз. Входите, входите, не обращайте внимания. У нас жуткий беспорядок. В конце концов, я ей заменяю мать. Две последние фразы были явно излишними.
ибо обе были чистой условностью. Я заранее знал, что в домике из двух комнат и кухоньки все будет вылощено, протерто до блеска, что там я обнаружу неизбежный буфет в стиле Генриха II, что круглый стол будет покрыт клеенкой с бурым треугольником вслед горячего утюга, что я также обнаружу комод в местном стиле, не забыть бы еще половичков под всеми креслами и стульями, фотографии полувековой давности, календарей за последние 5 лет, раковину с розовой пастью, солнечное пятно на медной грелке для постели, блюдечко для кошки, компотницу с кусочками тыквы и лакированную коробочку, с крышки которой готова вспорхнуть нарисованная ласточка, несущая в клюве ленточку с надписью «На память о Монтельмаре». Я знаю также, что мадемуазель Арбен будет многословно изливать на моей груди свои чувства и перечислять мне все достоинства, ласковость, верность, домовитость своей племянницы, почти родной ее дочки, да-да-да, дочки, а уж потом превратит меня в подушечку, всю утыканную иголками мелких вопросов. Я знал, что сожмусь, отгородившись от тети своей шляпой и любезными улыбками, сконфуженный тем, что не в силах поднять глаза выше свежих коленок Моники. К великому счастью, мадемуазель Арбен не дожидалась моих ответов и тут же задавала новые вопросы, перескакивая от пустяков к важным вещам. Слово «рынок» показалось ей подозрительным и без сомнения вызвало перед ее дальнозоркими глазами образ цыганского племени, торгующего в разнос плетеными корзинами. Но когда тот же дальнозоркий глаз разглядел в моем новеньком профсоюзном билете, отдаленном от тетиного лица на расстоянии вытянутой руки, слово «коммерсант», напечатанное заглавными буквами, а также номер 7848 Парижской секции Национальной федерации профсоюзов коммерсантов, веки трижды моргнули в знак уважения к моей особе. Куда больше я испугался, и Моника тоже, я сразу это заметил, когда мадемуазель Катрин Арбен вежливо осведомилась о здоровье мсье мадам Ризон и спросила, как они относятся к моему новому положению. Кое-как мне удалось выпутаться, я сокрушенно сообщил ей подробности о плачевном состоянии их здоровья, и старая дева от всего сердца пожалела меня за то, что бесценная жизнь моих бесценных родителей находится в опасности. От души пожелала, чтобы совершилось чудо, и пустилась в рассуждение о болезни печени, которая и ее не пощадила, а также о болезни мочевого пузыря, которая поразила ее лучшую подругу и соседку, да так жестоко, что бедняжка, простите на слове, может мочиться только с помощью катетера. Наконец, от разговорчиков и сплетен она властно повернула к цели моего приезда, подморгнув в сторону Моники, застывшей как статуя в своем молчании, и проворковала: «Надеюсь, вы приехали просить у меня ее руки?» Я подтвердил эти слова движением подбородка. Если говорить откровенно, вовсе не это было целью моего визита. Я приехал даже не за тем, чтобы сообщить Монике добрую весть о моем новом коммерческом поприще. Внезапный отъезд Поль на завтра после ее дара выбил меня из колеи. В течение 9 дней, хотя все мое время поглощали различные хлопоты, формальности, покупка товара и первые мои шаги на пригородных рынках, я не мог свыкнуться со своим одиночеством. Мне необходимо было видеть Монику и видеть себя возле нее. Да, какая уж тут гордость. Я и вдруг страдаю от одиночества. Скандал, да и только. Неужели же я разучился довольствоваться самим собой? Куда девалась моя юношеская жизнерадостность, не боящаяся одиночества? Напрасно я твердил себе, что целостность присуща только детству, ибо оно все воспринимает поверхностно, не углубляется в противоречия. Напрасно говорил себе, что эти противоречия формируют человека, и что постоянство характера полнее всего выражается подчас в самой непоследовательности поведения. Все эти доводы не прибавляли мне силы. А может быть, не так уж преувеличивали мои 15 лет, провозглашавшие «любить» — это значит отречься от себя самого.
И не пора ли согласиться, отрекшись от своей юности, что сила, хватая и глотая, была лишь отражением силы его матери, отталкиванием от нее, лишь индуктированным током? «Ты только посмотри на бобину», — хихикнул знакомый демон. «Ты просто ищешь себе нового индуктора, вернее, индукторшу. Хочешь питаться новой силой, которая, по сути, то же, что прежняя, но с обратным знаком. Да, в каком-то смысле, ты сейчас попросил руки Моники, ведь ребенку надо держаться за чью-то руку, чтобы перейти улицу». Последний порыв Хагге, Хагге сокращение от «хватай и глотай», последнее изобретение, чтобы насолить самому себе. А мне было очень грустно, моя гордыня тут же воспользовалась этим обстоятельством, ибо моя гордыня поднимает любую неприятность на щит, мобилизует все силы. Впрочем, к ней отчасти примешивалась еще и тоска излечившегося наркомана по своему зелью, демобилизованного солдата по жаркой опасности боя, преуспевшего человека по своим былым трудностям. Если весьма сомнительна мысль, что нельзя делать хорошую литературу из хороших чувств, то не вызывает сомнений, что хорошие чувства кажутся безвкусными тому, кто привык культивировать иные. Существо этого спора можно свести к двум глаголам с одним корнем. «Нас влечет лучшее, а увлекает худшее». А тем временем мадемуазель Арбен все говорила, говорила терпеливо, на манер кролика, перемалывая передними зубами каждое слово, не потеряв своей вечной привычки не слушать, что мне говорят. Я и не заметил, когда она успела дать свое согласие. Я вынырнул из бездны своих размышлений лишь за тем, чтобы уловить: на вашей свадьбе не будет много народу. «Бракосочетание», — поправил я про себя, снова погружаясь в свои мысли. «Свадьба» звучит плебейски. И тут же внутренний голос шепнул мне: «Это верно. Ты совершаешь мезальянс, ты опускаешься». Но немедленно последовал ответ: «Я подыму ее до себя». Но вот вмешался третий голос, который с недавних пор решал все мои контроверзы: «Вы встретитесь на полпути». Мы встретились этим же вечером у грядки с тыквой в глубине огорода. Через выломанную в заборе доску виднелось несколько арпанов виноградника, а за ними на многие километры тянулись поля шампани, так не похожие на наши кранские чащи. На огромной шахматной доске полей торчало всего несколько деревьев, как шахматные фигуры в конце партии. Дюжина грязных овец с блеянием трусили на смежных выгонах. Оба мы держались отлично. Ни рука в руке, ни минорных излияний, ни бесконечных воспоминаний, ни томности, а главное, без лапания, вопреки нашей национальной традиции, или без заигрываний, вопреки традиции американской. Существует два вида чистоты, белая и черная. Та, что щадит, и та, что откровенно идет напролом. Ненавижу лженевинность, втихомолку маневрирующую дверной задвижкой. Повторяю, держались мы отлично, молодцом. Ничуть не натянуто, ни глупо, ни слащаво, ни недоверчиво, а главное, не цеплялись за полы декорума. Лишь чуть-чуть нетерпеливо и чуть-чуть кичили с собой, как гимнасты, которые проходят по грязным предместьям, молодые, жизнерадостные, все в белом. И как они, чуть скованные заботой о гармонии, о чистоте жестов. Словом, почти простые. Хагге не горланил, Хагге впитывал молоко Геркулеса, свою новую силу. «Жан», — вдруг сказала Моника, — «я хочу вам задать один вопрос». «Слушаю». Я уже представлял себе, что это за вопрос. «Нам было так хорошо. Так для чего же впадать в благоговение, в поэму из двух слов, в сентиментальность? Вы подумали, что у нас могут быть дети?» «Надеюсь, что будут».
неожиданный вопрос. Неожиданный, чисто инстинктивный ответ. Конечно, Моника могла бы и должна была сказать, вы хотите иметь детей? Я вовсе не собирался иметь детей, просто чтобы не отстать от традиции, от установленного порядка. А потому... В самом деле, почему? Давайте получше разберемся в этом вопросе. В том, что я не люблю плутовать, ни до, ни после. Потому что мне вовсе не улыбается оставаться в роли потомка и не стать предком. Потому что, забежим вперед, мне казалось любопытным и интересным проделать этот опыт. Потому, наконец, вот оно самое существенное, что я смогу увидеть лицо, которое мне было заказано видеть. Счастливые дети, это же реванш. Вот это вот, черт побери, не следовало говорить, Моника. Снова пришла зима. Первая, которая обернулась для меня весенней прелестью. Вот уже 4 месяца, как мы были помолвлены полуофициально. Вот уже 2 недели, как помолвлены официально в силу извещения, ломавшего все традиции Моника Арбен и Жан Ризо, имеют удовольствие сообщить вам и так далее. Удовольствие, даже не честь. Правда и то, что нашей честью было наше счастье. Разумеется, я ни от кого не получил традиционных поздравлений. Вообще никаких не получил, кроме открытки от Фреда со штемпелем «Дакар». «Браво! Значит, продавая на рынке товар, ты нашел себе носок по ноге». Я вообще не обратил бы внимания на эту стрелу, вполне достойную матроса по кличке Рохля, если бы содержавшийся в открытке намек не просветил меня насчет того, что наша семья по-прежнему находится в курсе моих дел и поступков. Вернее, не вполне. Я теперь был уже скорее журналистом, чем торговцем. Хотя я действительно продавал носки, гольфы и чулки на всех рынках, даже на тех, которые не удостоились чести фигурировать в справочнике Лагюра, я по-прежнему вел хронику, начал печатать небольшие новеллы в еженедельных второсортных журналах, статьи в кое-каких не совсем благомыслящих газетах. А полутайком я работал на одного утомленного мэтра, который снисходительно ставил свою подпись под моими произведениями и выплачивал мне 1/4 своих гонораров. И уже совсем тайком я послал серию сказок в одно издательство, которое в ту пору объединило в своих руках детскую литературу. Бедные крошки, стоит ли признаваться, что я писал свои сказки с неизъяснимым чувством удовлетворения? Ведь только вы одни умеете так прелестно сочетать глупый восторг и веру в торжество справедливости. Отчалив подальше от улицы Голланд, я снял квартиру в 13-м округе и кое-как ее обставил. Для моего устройства более чем хватило стола и 4 стульев, кушетки и шкафа, буфета и 2 табуреток из того превосходного белого дерева, которое поглощает литрами палитуру и в результате становится пегим. 1 кусок черновато-серый, соседний желтый, чуть подальше светло-кофейный. У нас еще хватит времени после свадьбы, назначенной наконец-то на середину января, сравнивать достоинства ореховой мебели, которая вечно расклеивается, палисандрового дерева, покрывающегося трещинками, с мебелью в деревенском стиле, в котором нет ничего деревенского. Мы могли бы пожениться чуть раньше, но отец Моники, почтово-телеграфное ведомство и нотариус дружно объединились против нас, и нам пришлось ждать мадагаскарского согласия. Лично я горько сожалел о недавней отмене требований на разрешение брака, именуемых «актами уважения». С каким удовольствием я выразил бы этим способом уважение мсье и мадам Ризо? Я только что вернулся с рынка в Сент-Уэйне и сел писать «Тайны Зеленого острова», как вдруг у дверей затренькал звонок. Я никого не ждал. Так как я не имел приятелей, для этого я был слишком беден, не имел связей, кроме 2-3 деловых, и то приобретенных в самое последнее время, то и в гости ко мне никто не ходил. Даже Моника заглянула ко мне всего 1 единственный раз во время краткого пребывания ее тетушки в Париже.
А вдруг это Поль, беглянка, которая мне давно не пишет? Я пошел открыть полной уверенности, что за дверью стоит консьержка или служащий газовой компании. Но я так и замер на месте. В шляпе ухарски сдвинутой на затылок, в брюках гармошкой, сползавших на ботинки, с галстуком, завязанным широким узлом и заколотым золотой булавкой в виде кабаньей головы, с зонтиком в руке и фиолетовой орденской ленточкой, расцвечивавшей выдровый воротник шубы, стоял мсье Жизо и улыбался во весь рот. «Не так-то легко до тебя добраться, сынок». И вот уже пышные белые усы, лежавшие над родительскими устами в виде голубки, с аккуратно распростертыми крыльями потянулись ко мне и облобызали поцелуем мира. Только после этого мсье Жизо со своим зонтиком сделал шаг вперед. «Ай-яй-яй-яй», — добавил он по зрелом размышлении. Так как я испуганно смотрел на полуоткрытую дверь, отец поспешно заговорил, и голос его выразил всю силу его авторитета, всю его широко известную свободу действия. «Нет-нет-нет, я один». Я чуть было не спросил с лицемерной любезностью, каким счастливым ветром вас ко мне занесло. Но тут же вспомнил о приличиях. Светские люди выдают цель своего визита лишь после порции болтовни. «Ты живешь в ужасном районе», — простонал мсье Резо. «Пришлось ехать на метро, а я ненавижу этот вид транспорта. Впрочем, я ненавижу также всю эту беспокойную жизнь. Мои современники утомляют меня. Мне хотелось бы...» К чему он клонит? «Если верить Монтерлану, отцу нет никакой нужды менять своих современников. Мсье Резо живет в минувшем веке, обитает в доме своих предков, пользуется их законами, их церквами, их рентой, их предрассудками. Впрочем, что такое современник? Вот мы, чьи мы современники? Папуаса, отставшего от нашего времени на 3000 лет, или какого-нибудь американца, обогнавшего наш век на 200 лет? Но мсье Резо продолжал ныть. «Я только что тяжело переболел. Уремия. Твоя бабушка и твой дядя скончались от уремии. Это наш семейный недуг. Я чуть было не отправился к праотцам. Нет, мне долго я не протяну. Я теперь лишь почетный судья. Пришлось подать в отставку, возвратиться в хвалебное. Теперь всем ведает твоя мать. Я выдал ей доверенность. Хотя и она тоже устала. У нас ведь только приходящая прислуга, в наших краях просто невозможно найти хорошую служанку. Крестьянские дочки не желают идти на место, а если паче чаяния удается отыскать девицу, то наверняка наткнешься на грубиянку, лентяйку. И к тому же куча претензий, о, это поколение. Вот что даст ему возможность свернуть на желанный путь. Можно не сомневаться, поколению предстоит выслушать немало горьких истин. Это видно хотя бы на примере моей собственной семьи, ведь я пришел к тебе не как враг, но я обязан тебе все же сказать. Вы перебарщиваете, перебарщиваете. Фред скоро уйдет с морской службы без единой нашивки, не создав себе никакого положения. Ну, скажи на милость, на ком же мы сможем женить такого? Ты влюбляешься в какую-то дурочку, убегаешь, потому что мы помешали тебе на ней жениться, и когда мы решили, что ты уже угомонился, снова берешься за старое. Должен признать, держится только один Марсель. Но он воображает о себе невесть что, смотрит отчужденно, свысока, и Богу он тоже, видимо, считает, что буржуазия — это просто способ делать карьеру. Я знаю, что вы считаете буржуазию, суровый взгляд поверх усов, считаете ее кастой, подлежащей уничтожению, взгляд к небесам, тогда как это достойное звание. И пошло, целых 10 минут рассуждений об этом достоинстве, которое в союзе с традицией обеспечивает цельность элиты и незыблемость идеалов.
Я уже позабыл этот наш фамильный хлам, сорную мешанину ходячих истин. Теперь, когда я уже был далек от всего этого, я испытывал мучительное чувство, видя, как отец размахивает перед моим носом старым буа из страусовых перьев. В течение нескольких лет под этим же самым страусовым стягом все-таки хоть как-то шевелились, модернизировались, омолаживали свою форму, с утра до вечера твердили слово «социальный», во имя белого цвета вербовали красный и выдавали его за синий. Это было уже не смешно, скорее забавно, даже интересно, в качестве некоего археологического раритета, как, скажем, политические граффити на стенах Помпеи. «Заметь, я вполне понимаю твое умонастроение», — поспешил заверить меня отец. «В известном смысле оно проистекает из нашего отношения к народу, который мы так хорошо понимаем. Мы ведь вовсе не страшные капиталисты. Презрительно величать нас буржуа. Обычная брань этих недоучек, в голове которых все путается, это значит искажать смысл слова. Я тебе сотни раз говорил и не устану повторять. Буржуазия, буржуазия рознь. Мы лично составляем часть прекрасной, одухотворенной буржуазии, единственно подлинной, единственно истинной. Это видно на примере Германии, хотя Гитлер и не лишен кое-каких полезных идей, подавление нашего класса привело там к развязыванию диктатуры эгоизма. Еще со времен революции мы против всяческих злоупотреблений, против всех дерьмовых привилегий. Мы лишь защищаем порядок, основой которого является положение, приобретенное в обществе, следовательно, заслуги. О чем это я? Ах, да. Ты не ошибаешься в конечной цели, ты ошибаешься лишь в средствах. Наше исчезновение будет означать гибель этой страны, которая живет исключительно продажей предметов роскоши. Наше исчезновение, я не берусь в двух-трех фразах описывать тебе это, общенациональное бедствие, это неизбежное торжество произвола и несправедливости. Эту ночь, возможно, ночь на 4 августа, сказал я. Примечание. В ночь на 4 августа 1789 года учредительным собранием были отменены некоторые феодальные повинности. Плечи месье Ризо поднялись, голова закачалась над золотым кабаном, жалостливо оценивающим взглядом он оглядел мою мебель, мои чемоданы с носками и, наконец, меня самого. «Люди, которые критикуют существующий порядок, — продолжал отец, — прежде всего не желают критиковать самих себя. Неужели ты и впрямь думаешь, что оказываешь услугу нашей стране, утверждая, что простой народ хорош в силу одного своего происхождения, а мы в силу тех же причин просто спекулянты, из всего извлекающие выгоду?» Первая разумная фраза, которую изрек отец с начала нашей беседы. Но все это имело лишь самое отдаленное отношение к цели его визита. К чему, впрочем, вступать в спор? Я знал своего отца, которого ничем не проймешь, господина, который не доверяет чужим идеям, но не подвергает сомнениям свои, праведника, для которого не существует несправедливости, поскольку она освящена традицией, а особенно потому, что она приносит барыши. Этот праведник продолжал метать громы и молнии. «Ох, когда я узнал, что ты пишешь в левой газете, моя старинная вандейская кровь вскипела в жилах. Наш вандеец говорил кипеть о революции». Я решился прикрыть ладонью долгий зевок, а мсье Ризо со вздохом потрогал свои дугообразные усы. В моей почти пустой комнате радиатор центрального отопления казался почему-то скелетом допотопного животного. От его 12 секций, выгнутых, как ребра, исходило горячее дыхание. Слышно было, как в соседней квартире жужжит кофейная мельница. Кофейная мельница перестала жужжать,
и тут же зажужжал мсье Ризо, перемалывая зернышко за зернышком свои новости. Мику вышла замуж. Да-да, вышла замуж. Отец повторил эту фразу, потому что я поморщился. Она ждет ребенка. На этот раз, не скрою, я не мог сдержать гримасы. Мику, легкая моя, какой гнусный сатир тебя обрюхатил. О, если бы кто-нибудь посмел так осквернить Монику, я бы его задушил. Но к чему эти гримасы? Ведь все мои помыслы с Моникой. Мику замужем, Мику беременна. Ну и бог с ней. Такие случаи как раз и доказывают тщету интрижек и даже самой любви, коль скоро она не освящена единодушным согласием обоих семейств. Дядя протонотарий скоро получит сан епископа. Папаша Перо, папаша Барбелевьен, старуха Фина умерли. Да, редеют наши ряды. Кардинал Кервадек тоже скончался. Невольно задаешь себе вопрос, почему Господь Бог не щадит своих верных слуг и призывает их к себе в отсвете лет, хотя их присутствие столь необходимо здесь, на нашей земле. Но зато внучатая племянница кардинала Соланж Гияр де Кервадек и его внучатый племянник, то есть наш Марсель, думают вступить в брак. Точнее, за них решила баронесса де Сель-де-Зель. Ничего не скажешь, крошка Кервадек — богатая невеста. Мсье Ризо отлично знал, что богатые невесты чаще всего весьма разорительны, и что ни одно приданое не устоит долго при социалистических девальвациях. Но зато Кервадеки с избытком обладают превосходными принципами и превосходными землями. Такой разумный юноша, как Марсель Ризо, не женится на ничего не стоящей девушке, у которой ничего нет. Последние слова мсье Ризо произнес без злобы, ибо он считал, что девушка, у которой ничего нет, автоматически переходит в разряд ничего не стоящих девушек. И мсье Ризо продолжает издали обстреливать мои позиции, не пытаясь их прорвать. Я начинаю понимать, разгадываю данный ему приказ. Образумьте его, Жак, но не в лоб, а окольным путем. Будьте дипломатом. Мадам мамаша переходит в оборону. Мой брак — самое заветное ее желание, надежнейшее средство, чтобы меня подорвать, чтобы обречь меня на жалкое существование, чтобы лишить всех наследственных привилегий, полезных связей. В деле с Мику речь шла о том, чтобы спровоцировать разрыв с родителями, дабы лишить меня материальной поддержки и поставить в такое положение, при котором немыслимо сделать себе карьеру. План этот удался лишь наполовину, и на сей раз мадам Ризо решила обратить себе на пользу мои собственные замыслы. Ей просто необходим этот мезальянс, чтобы разрушить у нашей родни надежды, которые мог бы еще внушить мой полууспех. Она соглашается на мой брак, ибо по буржуазному ее убеждению именно он-то и послужит орудием моей окончательной погибели. Однако следует официально высказаться против этого брака, дабы иметь потом возможность сказать, я всеми средствами пытался ему помешать. Следует что-то сделать, и это что-то есть отцовский визит, протест главы семьи. Таким образом, все аппарансы будут соблюдены. Таким образом, мать знает меня достаточно хорошо. Я только укреплюсь в своем решении, если случайно я почему-либо еще колеблюсь. Кроме того, покорность все равно не поможет мне войти в милость. Я уже слышу, как мадам Ризо говорит, у этого мальчика совсем нет характера. Он сам не знает, чего хочет. Ты теперь имеешь университетский диплом, говорит мсье Ризо. С нашей помощью ты можешь устроиться в какой-нибудь уважаемой газете, жениться на девушке из приличной семьи. Если тебе уж так нужна жена, отцовские губы кривит легкая гримаска отвращения. Любовь для Ризо — это синоним чувственности.
Мы нашли бы тебе невесту. Ну, брось свою машинистку, и мы примем тебя с распростертыми объятиями. Сейчас эти руки, сулящие стать объятиями, сложены на папиной груди, а сам папа глядит на меня поверх своего длинного носа. Вид у него очень убежденный и в то же время очень сокрушенный. Весь он какой-то осевший, действительно старик, действительно подорванный, дышит с трудом. Надеюсь, ты не наделал глупостей? Ведь тебе не обязательно жениться. Мать именно этого и боялась. Узнаю в этих словах плод целомудренного воображения мадам Ризо. А воображение моего отца столь чудовищно в своем простодушии, что вне подозрения для него остаются лишь жена и дочь Цезаря, а добродетели бедных вроде бы и не существуют. Знаете что, сухо говорю я, речь идет о девушке по-настоящему чистой. Ну, чем лучше, тем лучше, подхватывает мсье Ризо довольно-таки кислым тоном. И что же ты решил? Я поднимаюсь, протягиваю руку к столу. Вы избавили меня от почтовых расходов. Отец берет карточку и задумчиво читает ее, приглаживая указательным пальцем седой хохолок на виске. Он ничего не говорит и, судя по его виду, не столько недоволен, сколько удивлен. Он сыграл свою роль. Так почему же мне не попытаться, как в былые времена, вывести его из этой роли? Пусть будет самим собой, а не полномочным послом Психимары. «Что посеешь, то и пожнешь», — заключает мсье Ризо, нравоучительно поднимая мизинец и один ус. Потом сразу начинает плакаться. «Все это меня крайне огорчает, несчастная семья. Воображаю, как вы все перегрызетесь, когда меня не будет на этом свете. О, несчастные наши хвалебные! В чьи руки оно попадет? Мама предлагает полюбовную сделку. Но я уверен, каждый из вас будет считать себя потерпевшей стороной. Если имение останется за Ризо, значит, одного из вас придется поставить в привилегированное положение, как в свое время меня. Почему одного из нас? Вы имеете в виду Марселя? Мсье Ризо стыдливо опускает голову. Он смущен тем, что проболтался. Его взгляд падает на портрет Моники, приколотый к стене четырьмя кнопками. «Красивые зубы», — замечает он. Усы его дрожат. Я вскакиваю с места. У консьержки есть телефон, я позвоню и представлю вам свою невесту. Нет, 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 протестует мсье Ризо. Мне пора на вокзал, я ухожу, ухожу. Он поднимается, берет шляпу, машинально отряхивает свой выдровый воротник. Просто не знаю, когда я смогу еще с тобой повидаться. Очевидно, никогда, но мы расстаемся так, словно увидимся через несколько часов. Вечная разлука обычно предстает коротким расставанием до завтра. Я гляжу, как отец идет по коридору, покачивается, спотыкается, задевает плечом то одну, то другую стенку. Бахрому седых волос приподнимает темный мех воротника. На первой ступеньке его ботинки на пуговицах жалобно скрипнули, и впервые от этой жалобы у меня перехватило дыхание.